комнату. Теперь, когда пришло подходящее время, он выпустил меч рыбу и приказал нежити, что управляла судном, сопровождать Риану. Естественно, Тжай не забыл проверить, как обстоят дела на корабле девушки. С того момента, как Риана оставила герцогство персел, ей пришлось пережить довольно много, что сделало ее намного более зрелой. Она избавилась от многих своих высокомерных привычек. Так слуги, которые пришли чтобы забрать ее, не могли не отметить, что на этот раз их госпожа намного спокойнее, чем раньше, а также ведет себя намного лучше по отношению к ним. Тем не менее, Джа абсолютно не заботился об этом, его волновала только безопасность девушки. Когда небо окончательно стало темным, Джао нашел место недалеко от корабля Риана и вытащил меч рыбу после чего приказал мистическим орлам поочередно, сменяя друг друга, лететь с призрачным посохом в герцогство Персел, к тому месту, где должны будут собраться люди Лауры. Вот только закончив с этим, глава клана Буда не знал, чем бы ему заняться. Ведь хотя уже наступила ночь, он довольно неплохо выспался днем, поэтому не чувствовал сонливости. Впрочем, не только у него. Лаура и остальные тоже хорошо осознавали, что уже на рассвете завод по переработке создаст антидот и главная проблема Джая наконец будет решена. И именно эта мысль не давала никому из них уснуть, поэтому несколько человек совершенно случайно посреди ночи собрались в гостиной пространственной виллы и увидев друг друга, просто не могли не засмеяться. Джа улыбнулся и сказал, почему вы все здесь? Возвращайтесь в свои комнаты и отдохните. Противоядие будет готово лишь завтра утром. Лаура кивнула и встала. Пожалуй, нам действительно не стоит сидеть здесь всю ночь. Но, брат Джа, когда антидот будет готов, не забудь забрать из замка на Железной горе всех остальных, иначе дедушка Грин не простит нам подобного. Джа кивнул, он знал, что Лаура была права. Если он не заберет дедушку Грина, тот будет напоминать ему об этом до конца жизни. Несколько человек вернулись в свои комнаты, и в гостиной стало тихо. Джа же, лежа на кровати, думал о том, что произошло после того, как он попал на континент Арк и даже не заметил, как уснул. Но через некоторое время вдруг проснулся и, не зная, сколько именно он спал, тут же выглянул в окно. Вот только небо пространственной фермы как обычно оставалось нейтрально серым. Поэтому Джа спустился в гостиную и включил экран. Снаружи небо лишь слегка посветлело, похоже рассвет лишь начинался. Джа немедленно вышел из виллы и отправился на перерабатывающий завод, возле которого уже стоял Шун, что внимательно наблюдал за отсчетом. Увидев же главу клана Буда, тот немедленно произнес «С добрым утром, юный мастер». Джа слегка улыбнулся и сказал «Неужели ты всю ночь не спал?» Шун улыбнулся и смущенно рассмеялся «Не мог уснуть, поэтому решил побыть здесь. Надеюсь я же вас не разбудил?» Джа покачал головой и улыбнулся. В это же время они вдруг услышали шаги, а обернувшись, глава клана Буда увидел Лауру, а также всех остальных. Джая посмотрел на них и не мог не улыбнуться, а в следующий момент Джая улыбнувшись сказал, ладно, это займет еще более двух часов, поэтому нет смысла просто сидеть здесь, пойдемте в замок на Железной горе, разбудим дедушку и остальных, а потом вернемся. После этих слов все кивнули, а в следующий момент они уже стояли в гостиной замка. Оказавшись там Джа очень сильно удивился, ведь Грин вместе с остальными сидел в гостиной, и даже отец Лауры сидел рядом с ними. Когда они увидели главу клана Буда, Кевин встал и улыбнувшись, сказал «Почему так долго, мы ждем уже всю ночь». Джа посмотрел на Грина и улыбнулся «Не стоило так поступать, лучше поспите, еще осталось несколько часов». Поэтому давайте сначала вы немного отдохнете, потом позавтракаем и лишь тогда отправимся в пространственную ферму. После этих слов Мирине, забрав Лауру и Мэг, отправилась на кухню. Вот только, если у Мэг с готовкой все было хорошо, то Лауру боги явно обделили этим талантом. Глядя вслед удалившимся девушкам, Джа, обращаясь к Грину, спросил «Дедушка, как там дела с пивоварением?» Старик улыбнулся и ответил, прошло слишком мало времени, чтобы мы могли добиться значительных результатов, но к этому моменту мы провели много экспериментов в которых пробовали использовать ячмень, хлебные фрукты, пространственную воду, обычную воду, сверххолодную воду, горячую воду и добились определенных успехов. Джас слегка улыбнулся, хорошо, сообщите, если вы добьетесь нужных результатов, но помните, что хранить пиво нужно в запечатанных емкостях, иначе наш продукт на вкус будет такой же, как у обезьян. На этот раз Сиадзинь не последовало за Джа, малышка осталась на острове Шанту. Но так как там находилась точка телепортации, она всегда могла вернуться в пространственную ферму. Грин улыбнулся и сказал, будьте уверены, проблем не будет. Раньше мы использовали бочки, но у нас возникли проблемы с крышками. Однако нам нужно лишь немного улучшить их, вам не нужно беспокоиться. Джа кивнул, а затем вздохнул и сказал, если мы создадим хорошее пиво, у нас будет один из самых прибыльных бизнесов. Будущие продажи этой вещи не должны быть хуже риса или пшеницы. Кевин посмотрел на Джа и сказал, это правда, то, что я пробовал было немного кислым, что невероятно портило его вкус. Джа слегка улыбнулся, а потом произнес, подождите, пока мы приготовим настоящее пиво. Уж поверьте, мало кто сможет устоять перед ним. Несколько человек поболтали какое-то время, до тех пор, пока Мирини не позвала их есть. После завтрака они вернулись к перерабатывающему заводу. До конца процесса оставалось всего 20 минут, но они решили не идти в гостиную, а просто подождать здесь. Глава 400. Сюрприз. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сердца всех членов клана будобились в унисон с утекающими секундами и рисковали остановиться на отметке 0. Затем произошла вспышка белого света, и на полу перед перерабатывающей машиной появилась маленькая бутылочка. Емкость действительно была очень маленькой, буквально размером с ладонь, внутри нее находилась жидкость синего цвета. Согласно подсказке пространственной фермы это исключительное противоядие для устранения постэффектов воды из небытия. Используется только перорально, после применения выводит из организма хозяина все вредоносные вещества а также значительно улучшает все физические характеристики. Внимание! Можно усилить положительные эффекты, употребив вместе с плодом алмазного дерева. Джа удивился, но сразу же взял бутылочку и посмотрел на голубовато-синюю жидкость. Грин также посмотрел на нее, и оба замерли, даже не решаясь выдохнуть. Джая посмотрел на всех остальных и слегка улыбнулся. Я не думаю, что пространственная ферма будет лгать мне. Поэтому, почему бы нам действительно не купить плод алмазного дерева? Дедушка Грин, что вы об этом думаете? Грин посмотрел на Джая и сказал: Давайте попробуем, мастер. А вы планируете изучать магию или боевые искусства? Джа слегка улыбнулся. «Конечно, я выберу боевые искусства, ведь пространственная ферма и так позволяет мне использовать магию 8 уровня. К тому же, именно наш клан использует одну из самых могущественных боевых техник во всех шести империях, бушующего дракона». Глаза Грина стали влажными, и он, засмеявшись, сказал «Хорошо, самый молодой мастер клана Буда, я научу вас настоящей технике бушующего дракона». Джая посмотрел на Грина и произнес, «Дедушка Грин, что вы сказали? Вы хотите сказать, что передали королю империи Аксу не настоящую технику бушующего дракона?» В ответ же Грин улыбнулся и сказал, «А что вас так удивляет, молодой мастер?» Что удивительного в том, что клан Буда, обладая одной из самых сильных техник на всем континенте Арк, немного упростил ее, чтобы научить своих верных слуг более простой версии, а также передавать врагам, если кто-то попадал в плен. Как результат сейчас король империи Акс узнает более слабую и не столь могущественную технику бушующего дракона, которую даже сравнить нельзя с настоящей. На что Джа с улыбкой ответил, это безусловно все хорошо, но для начала нужно избавиться от яда, а уже потом обсудим мое обучение. Держа маленькую бутылочку, он отправился в гостиную пространственной виллы. Оказавшись в комнате, Джайа поставил бутылочку на журнальный столик и сразу же открыл страницу с пространственным магазином и купил золотой плод алмазного дерева. Стоит отметить, что этот фрукт также являлся и семенем и именно поэтому глава клана Буда смог купить его. Однако стоил он просто невероятно дорого, а именно 10.000 золотых монет. Но так как на данный момент Джайа не испытывал никаких финансовых трудностей, ничего не мешало ему немедленно приобрести этот фрукт. Потом же глава клана Буда откупорил маленькую бутылочку и вылил синюю жидкость себе в рот. Как оказалось, лекарство совершенно безвкусно. Когда же он его полностью выпил, то сразу же принялся за фрукт алмазного дерева. Все в комнате нервно смотрели на Джа, до тех пор, пока он полностью не съел фрукт. А когда это произошло, начали смотреть еще более пристально. Джа облизнул губы и признал, что на вкус фрукт действительно очень хорош, он в меру кисло-сладкий. Джа поднял глаза и, посмотрев на сосредоточенный вид всех остальных, просто не мог не рассмеяться. Я не ожидал, что вкус этого фрукта окажется настолько хорошим. Но после того, как он это сказал, глава клана Буда понял, что его живот как-то странно бурчит. Его лицо тут же стало кислым, как лимон, и он на всей скорости помчался в туалет. А когда он оказался на белом троне, невероятно мерзкое зловоние заполонило всю небольшую комнату воняло настолько сильно, что Джа едва не потерял сознание. Главе клана Буда пришлось просидеть так более 10 минут, каждый раз ощущая, что он вот-вот свалится в обморок. Когда же все закончилось и Джа использовал туалетную бумагу по основному назначению, он заглянул в унитаз и его едва не стошнило. В черной мерзко воняющей массе копошилось несколько червей. Джа быстро закрыл крышку туалета, а затем нажал кнопку смыва и сразу же открыл воздухоотвод, чтобы проветрить комнату. Через некоторое время воздух действительно стал немного лучше, после чего Джа вышел из туалета. Джа действительно чувствовал, что может потерять сознание в любой момент, но одновременно с этим его тело стало более легким и расслабленным, чем когда-либо. Это странное чувство на самом деле заставляло его чувствовать как боль, так и счастье. Когда он вышел из туалета, Грин уже ждал его за дверью и увидев Джа, сразу спросил, молодой мастер, как вы себя чувствуете? С вами все в порядке? Глава клана Буда покачал головой и сказал, все хорошо, но я чувствую невероятную слабость. После этих слов Грин отвел Джа в гостиную, где Мэк подала ему стакан пространственной воды. После того, как глава клана Буда выпил ее, он почувствовал себя немного лучше. Нет, если точнее, он почувствовал себя намного лучше. Сейчас энергия словно переполняла его и от былой усталости и слабости не осталось и следа. Поэтому он поставил стакан и сказал своим обеспокоенным близким, да, так намного лучше. Похоже, это был побочный эффект лекарства, но теперь мое тело полно энергии. После этих слов сердце Грина забилось намного быстрее, и он сразу же сказал «Мастер, я думаю, что все, что производит пространственная ферма действительно невероятно. Хэм, пожалуй, сейчас мне стоит обучить вас основам техники бушующего дракона, чтобы проверить сможете ли вы использовать боевые искусства». Джа кивнул, и Грин сразу поведал ему основы техники бушующего дракона. Похоже, фундаментом этой техники являлся прогонцы через различные акупунктурные точки, в результате чего человек мог усиливать свои физические характеристики. На континенте Арк, безусловно, знали про особые точки, но тем не менее предпочитали начинать с тренировки мышц, ведь это хоть и дольше, но намного легче. К тому же, подобным образом можно увеличивать свою мощь вплоть до 5 уровня а уже потом, исходя из своих возможностей и предпочтений, воины начинали осваивать различные техники. Но с бушующим драконом все было совершенно не так, его могли практиковать даже те, кто не обладал крепким телом и мускулатурой. Естественно даже в этом случае гении будут развиваться гораздо быстрее всех остальных. Джа безусловно не обладал таким уж невероятным талантом, но он довольно много читал о различных техниках боевых искусств к тому же, хорошо знал, где находятся необходимые точки, что было немаловажно. Самый сложный шаг при тренировках боевой ЦИ – это не спеша нащупать собственную энергию и направить ее на открытие нужных точек, расположенных по всему телу. Так на континенте арк подобного могли добиться только физически сильные люди, ведь у них намного больше особой внутренней энергии, и поэтому им намного легче ее почувствовать. Однако Джа продолжал упорно работать над этим и уже довольно скоро ему действительно удалось пробиться на первый уровень, но потом все пошло намного легче. Ему без проблем удалось преодолеть второй уровень, потом третий, четвертый, пятый и наконец шестой. Естественно после этого глава клана Буда остановился, так как понимал, что ему дается все это уж слишком легко. Ведь в обычных обстоятельствах на подобное уходили многие годы беспрерывных тренировок его же сейчас, словно кто-то подталкивал вперед и убирал абсолютно все преграды на его пути. Вот только Джа никак не мог понять, происходит подобное из-за плода алмазного дерева, которое он недавно съел, или же сама пространственная ферма способствует его ускоренному развитию. Прислушавшись к себе, Джа понял, что внутри него словно начала течь золотая река с небольшими примесями черного, белого, синего, голубого, зеленого и красного. Поток реки становится все быстрее и быстрее, но вскоре Чжа почувствовал, что сможет пробиться и дальше шестого уровня, ведь целостности его меридианов ничего не угрожало, а потом все же решившись рискнуть, пробился и на восьмой уровень. Глава клана Буда почувствовал, что его вены стали сильнее, кости крепче, мышцы мощнее, а кожа более упругой. Что же касается меридианов, то не похоже, чтобы им хоть что-то угрожало. Естественно, Джа оказался полностью ошарашен произошедшим, но потом вспомнил, что не так давно его нежить тоже достигла 8 уровня, так что выходит он был полностью прав, когда решил, что без особых сил пространственной фермы здесь не обошлось. Когда Джа подумал об этом, он сразу же добился успеха и медленно открыл глаза. После чего увидел, что Грин и остальные все еще сидели в гостиной, но как-то уж слишком нервно смотрели на него. Поэтому Джа немного неловко улыбнулся и сказал, что случилось, все в порядке. Я просто немного увлекся, тренируя мою боевую ЦИ. В ответ же Грин произнес мастер: уже прошли целые сутки с тех пор, как вы начали медитировать. Итак, на какой уровень вам удалось пробиться? Глава 401. Еще одна техника. Разумеется, Джа удивился, что он занимался медитацией целые сутки но все же улыбнулся и ответил старику. Дедушка Грин, моя боевая ци достигла 8 уровня. Когда глава клана Буда это произнес, все в комнате оказались просто ошеломлены и, даже не зная что сказать, просто молча смотрели на Джа. Через некоторое время Грин наконец мог сказать, мастер, неужели ваш боевая ци действительно достигла 8 уровня? Можете продемонстрировать? Джа кивнул и начал выделять из своего тела золотую ци из-за чего в комнате словно засияло небольшое солнце. Вот только свет был ярким, но не горячим. Безусловно, это было действительно невероятно, странно и необычно. Но, похоже, глава клана Будай в самом деле достиг восьмого уровня. Теперь, видя это собственными глазами, Грин просто не мог не улыбнуться. Но воин восьмого уровня, что способен использовать также и магию восьмого уровня, действительно ужасал. Так что Грину было практически жаль врагов Джа. Когда Чжао прекратил светиться, Грин рассмеялся и сказал, это действительно восьмой уровень, действительно восьмой уровень, это просто здорово, мастер. С этого момента вы обязаны каждую ночь приходить в пространственную ферму и обучаться боевым искусствам. Поскольку вся боевая ци ничего не стоит, если вы не будете знать, как правильно ею пользоваться. Джа, услышав слова Грина, просто кивнул. Ведь он отлично понимал, что без боевых навыков и опыта их применения не сможет противостоять даже воинам 4-5 уровней. Джа кивнул и сказал, хорошо, дедушка Грин, мы будем встречаться каждую ночь в пространственной ферме. Лаура, а что ты сказала, Чарли? Лаура, повернувшись к нему, ответила, успокойся, все в порядке. Брат Джа, лучше скажи, тебе не кажется, что гостиная выглядит как-то иначе. Джа осмотрелся но так и не понял, что имела в виду его невеста. Поэтому он озадаченно посмотрел на Лауру. Девушка слегка улыбнулась и произнесла. «Неужели ты не заметил, что из комнаты пропало все, что изготовлено из металла?» Джао посмотрел более внимательно. И, конечно же, не нашел ни одного металлического предмета в гостиной. А потом спросил у Лауры, что случилось. Почему в гостиной нет никаких металлических предметов? Это они как-то влияли на мою медитацию? Лаура улыбнулась и сказала, «Мы боялись, что ты просто утонешь под всеми этими металлическими предметами. Все дело в том, что стоило тебе начать медитировать, как все металлические вещи в гостиной полетели к тебе, словно к огромному магниту. Поэтому насколько я могу судить, кроме бушующего дракона у тебя есть еще одна техника, что позволяет контролировать металлы». После этих слов Джа словно почувствовал себя седовласым стариком с красным шлемом на голове великим и ужасным мутантом, что не раз мог уничтожить весь мир легендарным Магнето. Еще живя на Земле, Джа очень любил серию фильмов X-Men, а главный злодей Магнета оставил в его сердце неизгладимое впечатление. Поэтому сейчас, когда Лаура упомянула об контроле над металлами, Естественно, Джа подумал именно об этом легендарном персонаже. А тем временем Грин сказал, «Мастер, я думаю, вам лучше покинуть пространственную ферму» иначе Чарли, не видя вас два дня, может стать слишком подозрительным. После этих слов глава клана Буда призвал экран и включил его. Как и ожидалось, снаружи уже наступило утро и близилось время завтрака. Хорошо, тогда я подожду до ночи, чтобы вернуться в пространственную ферму и начать мои тренировки. Грин улыбнулся и сказал, не волнуйтесь, нам сейчас некуда спешить. Да и обучиться всем боевым приемам за одну ночь попросту невозможно. Однако, я хотел бы попросить, чтобы вы пока тренировали свой контроль над металлами только здесь и никому не показывали его. Иначе столь перспективная техника может привлечь к нам совершенно ненужное внимание. Джа кивнул и сказал, с этим не возникнет никаких проблем, ведь у меня есть доступ к различной магии. «Дедушка Грин, вам лучше вернуться в замок на Железной горе, так как, боюсь, наши люди не смогут обойтись без вашего руководства». Грин кивнул головой, и Джа Хай отправил его в крепость, а они с Лаурой вернулись на Небесного, после чего спустились в гостиную кают компании. Чарли уже ждал их там и, увидев Джа, тут же сказал «О, сэр, неужели вы уже закончили медитировать?» В ответ же Джа произнес «Прошу простить меня, ваше высочество, за подобное поведение». Просто в последнее время я потратил слишком много магической энергии, поэтому мне было жизненно необходимо восполнить ее. На что Чарли улыбнувшись произнес «Не стоит извиняться, для мага это вполне нормально посвятить один-два дня медитации, через несколько дней нам нужно будет появиться в Юшуй, и я рад, что вы смогли восстановить свои силы настолько быстро». Аджа ответил, боюсь теперь, когда мы в открытом море, я не могу себе позволить такой роскоши, как длительная медитация. Но, Ваше Высочество, давайте не будем об этом и просто позавтракаем. Чарли засмеялся, а потом спросил, поскольку мы сейчас в открытом море, то почему бы нам после завтрака не порыбачить? Все же это действительно весьма редкая возможность поймать экзотическую рыбку. Что скажите, сэр, как у вас дела с рыбалкой? Джа же, слегка улыбнувшись, ответил: Я не рыбак, но не вижу причин, почему бы мне не попробовать что-то новое. После завтрака Джа и Чарли сидели на корме и ловили рыбу. Лаура общалась с ними, а Леру и Шун просто стояли в стороне. Но никому из них так ничего и не удалось поймать, так что они просто хорошо проводили время. Вот только внезапно Джа заметил несколько кораблей у самого горизонта: изначально он не заметил ничего подозрительного ведь в открытом море хоть и редко, но можно было встретить другие суда. Однако эти явно не сбавляя скорости плыли именно к небесному. Глядя на эти лодки, Джа чувствовал, что некоторые из них какие-то неправильные, и почему подобные вещи всегда происходят именно с ним. Джа беспомощно повернулся и, посмотрев на Чарли, произнес «Ваше высочество, похоже, наша поездка действительно весьма оживленная. Вам лучше снова отправиться в гостиную каюту компании, а я посмотрю, кто же решил навестить нас на этот раз. Чарли ничего не сказал, а только улыбнулся и последовал за Чжа в гостиную кают-компании. Довольно скоро послышался залп магических пушек, что явно попали по корпусу небесного. Но Чжа не беспокоился. Корабль защищала надежная броня, поэтому потопить его подобным образом очень тяжело. А уже через мгновение в гостиную вошел Шун и сказал, молодой мастер, эти лодки просто открыли по нам огонь, даже не попытавшись выдвинуть хоть какие-то требования. Когда глава клана Буда услышал это, его лицо просто не могло не потемнеть. Даже так? Тогда мы безусловно должны ответить должным образом. Ваше Величество, оставайтесь здесь, а я проверю, что же происходит. Чарли улыбнулся и сказал, нет, я пожалуй тоже пойду с вами. Мы уже довольно близко к городу Юшуй и поэтому мне тоже интересно посмотреть, кто же эти высокомерные люди. Джа кивнул, и они вместе с Чарли поднялись на палубу. Лодки, атаковавшие их, все же добились определенных успехов. Так в некоторых местах металлическая броня небесного оказалась повреждена. Также глава клана Буда понял, почему корабли их соперников двигались настолько быстро. Похоже в их паруса дул ветер, который направляли маги воздуха. Джаа посмотрел на сложившуюся ситуацию, и у него в руках появился призрачный посох, и в следующий момент на их врагов обрушился невероятно сильный встречный ветер. Увидев это, Чарли удивился, так как он не ожидал, что глава клана Буда окажется еще и магом воздуха, и, к тому же, весьма не слабым. Но на этом еще ничего не закончилось. В следующий момент Джаа использовал магию воды, чтобы заморозить огромное количество воды вместе с кораблями противника. Однако фактически в следующий миг их соперники, тоже применив магию воды, создали несколько водных драконов, что начали разламывать лед и освобождать суда. Увидев это, Джа удивился, похоже их враги действительно хорошо подготовились, так как помимо магов воздуха на лодках находились и маги воды. Разумеется, на этом еще ничего не закончилось, естественно их соперники заметили Джа, и уже в следующий момент их магические пушки выстрелили именно в него. Но глава клана Буда не запаниковал, в следующий момент он взмахнул рукой и создал мощный водный щит, а когда выстрелы пушек рассеялись в щите, глава клана Буда немедленно применил смешанную магию. Смешанная магия ⁇ это комбинация двух стихий. Например, если использовать лед и ветер, можно создать вихрь, наполненный острейшими ледяными лезвиями. Естественно, подобное заклинание действительно невероятно мощное и опасное. Сила смешанной магической атаки невероятно разрушительна. Так если правильно совместить два заклинания второго уровня, то вы получите мощное заклинание шестого уровня. Но вот использовать смешанную магию было действительно нелегко, поскольку маг должен был не только иметь возможность использовать две стихии, но и уметь их применять. Конечно же для Джао все было намного проще, поскольку пространственная ферма давала ему доступ к различным магическим элементам. Но это не значит, что глава клана Буда не прилагал никаких усилий. Все это время он не только тренировался использовать уже известные заклинания, но и прилагал массу усилий, чтобы создать как можно больше смешанных. Плюс, при всем этом он детально изучал абсолютно все аспекты. На этот раз Джа, использовав воздух и воду, создал торнадо, которое взмыло в небеса. Но оно также было наполнено мелкими острейшими льдинками. При помощи этого заклинания глава клана Буда собирался разорвать паруса вражеских судов, а не убить весь экипаж. Очевидно, что их враги не заметили, что Чжа использовал смешанную магию и подумали, что это обычное, не слишком сильное заклинание воздуха, поэтому никак не пытались защититься от него. Так что экипажи кораблей не смогли защитить себя. Ледяные осколки ранили, а также убили многих из них. Но самое ужасное, что их паруса превратились в ошметки. А вот Чарли, наблюдая за битвой Джа, отлично понимал, что его новый союзник, даже без своей нежити, действительно невероятно силен. Ведь далеко не каждый Макс способен противостоять нескольким боевым кораблям. Тем не менее, Джа никогда даже не думал отпустить тех, кто осмелился повредить его корабль. Ведь даже самый легкий ремонт небесного обойдется совсем недешево. Плюс он хотел узнать, кто же на этот раз его враг. Как только корабли оказались обездвижены, Джа снова использовал магию воды и заморозил море. Естественно, Чарли не мог понять, что же глава клана Буда собирается сделать. Но в следующий момент Джа взмахнул, и появилось очень много различной нежити, что по льду устремилось к лодкам. Естественно, глава клана Буда мог поместить нежить прямо на эти корабли, но подобную способность лучше не демонстрировать кому попало. Увидев это, Чарли почувствовал, как по его спине стекает холодный пот. Похоже, Джа действительно был страшным человеком, и если бы они стали врагами, у принца могло бы возникнуть довольно много проблем. Но одновременно с этим Чарли думал, что решение сотрудничать с Джа в свете открывшихся событий было еще более правильным, чем он думал. Ведь, как оказалось, глава клана Буда мог предоставить не только материальную поддержку. Глава 402. Клан Марки. Похоже, действия Джа довольно сильно удивили его противников. Они на самом деле не думали, что у главы клана Буда настолько много различных способностей. Еще до нападения они считали, что Джа был всего лишь черным магом. Но как оказалось, тот мог использовать и другие стихии. Тем не менее, очевидно, что соперники Джа являлись ветеранами многих битв. Как только они увидели действия главы клана Буда, то немедленно отреагировали. Два водных дракона, ранее использовавшиеся для уничтожения льда, устремились к приближающимся немертвым воинам. Однако они не думали, что у нежити Чжа настолько высокий уровень, так что эта атака практически никак не повлияла на нее. Как только водные драконы оказались достаточно близко, у некоторых из немертвых воинов засверкало оружие, насыщенное боевой ци, После чего нежить швырнула его прямо в головы драконов, и уже в следующий миг те попросту рассеялись. Чарли же в это время, стоя на палубе небесного, безучастно смотрел на происходящее. Он действительно не знал, что сказать. Ведь ранее он полагал, что нежить не способна использовать боевую ци. Но теперь увиденное переубедило его. Что же касается врагов Джа, то, по-видимому, они не думали, что все может закончиться вот так. Поэтому оказались сбиты с толку, когда драконы пали. Именно это позволило нежити добраться до вражеских кораблей. В тот же момент, когда немертвые создания смогли взобраться на борт, битву можно было считать оконченной, так как у противника Джа не оставалось ни малейшего шанса на победу. Но глава клана Буда предпочел не рисковать, поэтому продолжил выпускать нежить из пространственного амбара. Он даже использовал легкую кавалерию шакалов. И хотя по сравнению с остальными немертвыми созданиями они были гораздо меньше, а также слабее, шакалы с легкостью компенсировали эти недостатки скоростью. Поэтому они и домчались до вражеских кораблей буквально за пару мгновений. Итак, у противников в общей сложности 6 пятимачтовых бронированных боевых кораблей. Аджа к этому моменту выпустил почти 12000 немертвых созданий. Или другими словами, по 2000 на каждое судно. Ну что же, пожалуй, этого должно хватить. Некоторое время глава клана Буда просто наблюдал за сражением, отмечая, что с каждой минутой сопротивление становится все более слабым. Видя это, Джай расслабился и, посмотрев на Чарли, произнес, Ваше Высочество, похоже, количество кораблей моего флота должно увеличиться. Вот только содержать столь большие суда действительно слишком затратно, может возьмете себя вон те два корабля? Перестройте, сделав похожими на мой, и сможете не только весьма комфортно рыбачить, но и безопасно путешествовать. Чарли вернул себе невозмутимое лицо, внимательно посмотрел на корабли, а потом сказал, боюсь, у меня не так уж много свободного времени для морских прогулок, поэтому лучше пусть останутся у вас, а вот насчет содержания вы абсолютно правы. Но тогда это значит, что все эти корабли принадлежали далеко не самому обычному клану. Джа кивнул и сказал, похоже, вы абсолютно правы, но, кажется, на этот раз их мишенью был я, а не вы. Так что простите, что невольно втянул вас в неприятности. Чарли же улыбнувшись, ответил, не стоит извиняться, ведь теперь, когда вы решили помочь мне, ваши враги стали и моими врагами, поэтому не нужно беспокоиться из-за подобного. В ответ Джа больше ничего так и не сказал. Но ему действительно понравилось, как принц Чарли отреагировал на его слова, так и на всю ситуацию в целом. В это время шум битвы практически стих, поэтому Джа спокойным голосом сказал «Ваше высочество, похоже пришло время узнать, кто же решил на нас напасть». После этого он махнул рукой, и все шесть кораблей окружил черный туман, а после того, как он рассеялся, принц Чарли довольно четко увидел, как нежить меняет паруса. В этом не было ничего такого уж необычного. Ведь на большинстве больших кораблей всегда имелись запасные. Поскольку сильный шторм всегда мог повредить основной парусы, никто не хотел просто умереть на судне от голода и жажды, надеясь, что их все же спасут. В это же время отправленные джайани мертвые создания уже вернулись. И глава клана Будда снова отправил их в пространственный амбар, оставив только трех немертвых магов, Чарли, лишь посмотрев на них, понял, что именно эти люди ранее были магами, что атаковали их, находясь на вражеских лодках, а теперь Джа поднял их в качестве продвинутой нежити. Глядя на это, Чарли просто онемел. Он, безусловно, не являлся черным магом, но тем не менее отлично понимал, что создать подобную нежить действительно непросто и для подобного необходимо гораздо больше усилий, чем просто взмах рукой. А вот глава клана Буда тем временем рассматривал самих магов. Первый являлся магом ветра, второй воды, а третий был светлым магом. Видя это, Джа горько улыбнулся. Похоже на этот раз его враги довольно долго разрабатывали планы и готовились избавиться от него. Ведь находясь в море, черному магу было сложнее всего справиться именно с такими противниками. Но вместе с этим, главу Кулана Буда довольно сильно удивил тот факт, что ни у кого из трех магов не было герборода, к которому они принадлежат. Джа, взглянув на светлого мага, спросил, «Вы из церкви света?» В ответ же он услышал, «Да, молодой мастер, я действительно священник церкви света». Джай кивнул и сказал, «И именно она послала вас убить меня?» Естественно, глава клана Буда отлично понимал, что, похоже, убил и превратил в нежить еще весьма буйного парня. Вот только священник покачал головой и сказал, нет, на этот раз меня пригласил клан Марки, чтобы предложить мне разобраться с вами, молодой мастер. Джа удивился, а затем нахмурился и сказал, значит это был клан Марки, я действительно не думал об этом. А что насчет вас двоих? Двое лечей кивнули и ответили, да, молодой мастер, мы были членами клана Марки и получили приказ от клана разобраться с вами. Джа кивнул, а затем спросил: А помимо того, чтобы устранить меня, что еще намеревался сделать клан Марки. Но два немертвых мага покачали головами и сказали: Мы этого не знаем. Нам рассказывают только то, что должны выполнить именно мы. Джаа посмотрел на Личи и спросил: А кто-нибудь еще на корабле может это знать? На что ему сразу же ответили? Капитан Гатар, он доверенное лицо клана, и все на кораблях исполняли его указания. Джаа кивнул. А потом приказал этому человеку предстать перед его глазами, и вскоре после этого с одного из захваченных судов к ним кто-то побежал, стоит признать, двигался немертвый и очень хорошо. лед уже начал таять и стал невероятно скользким, но нежить бежала по нему словно не замечая этого. Какие приказы будут у мастера для Гатара? Джая посмотрел на немертвого. Он выглядел как мужчина, лет 40, с довольно грубой кожей, характерной для всех моряков. Были ли у тебя еще какие-нибудь приказы от клана Марки, кроме как разобраться со мной? Но Гатар покачал головой и сказал, нет, молодой мастер, на этот раз, чтобы разобраться с вами, клан Марки отправил 6 боевых кораблей, трех магов, 5 воинов 8 уровня. Но приказ был всего один, любой ценой избавиться от вас, не считаясь с потерями. Миссия считалась бы успешной, даже если бы мы все умерли, но забрали бы молодого мастера с собой на тот свет. Джа кивнул и сказал, хорошо, возвращайся обратно и восстанавливай паруса, а когда сделаешь это, следуй за нами. После этих слов Гатар вернулся на свой корабль, а глава клана Буда отправил трех магов в пространственный амбар. Все это время Чарли стоял совершенно спокойно и ничего не говорил. Сейчас он хорошо знает, какой метод допроса в этом мире самый лучший стоит превратить человека в продвинутую нежить и он расскажет вам все вплоть до того, как в детстве мочился в кровать. Джа обернулся и посмотрел на Чарли. Давайте вернемся в кают-компанию. Сейчас здесь все равно нет смысла стоять, ведь нежить и сама справится с заменой парусов. Чарли кивнул и последовал за Джа. А когда они вернулись в гостиную, Джа, обращаясь к Лауре, сказал. Лаура, похоже, мы снова имеем дело с кланом Марки. Как думаешь, что мы должны сделать? На что девушка слегка улыбнувшись ответила, во-первых, не нужно волноваться, на этот раз они одновременно отправили шесть кораблей, но теперь их судно и люди наши. Я считаю, что на этот раз мы нанесли клану Марки весьма серьезный удар, от которого они оправятся еще не скоро. Ну когда на нас снова нападут их люди, мы сможем забрать их. Джа и Чарли оба засмеялись, Чарли знал, кто такая Лаура и как-то не ожидал, что девушка будет настолько легко рассуждать о нанесении вреда ее бывшему клану, поэтому это слегка удивило его. А вот Джа намного лучше знал отношение Лауры к клану Марки. Для девушки было вполне нормально поступать подобным образом. Впрочем, даже если бы глава клана Буда задал бы этот вопрос Кевину, то получил бы схожий ответ. Ведь ни отца, ни дочь особо не волновала судьба клана Марки. В это время к ним вошел Джинан и сказал, «Мастер, мы проверили корабль. На это раз мы потеряли мага 5 уровня, 20 матрасов, а броня получила некоторые повреждения, но это не повлияет на скорость корабля. Поэтому мы можем продолжить наше путешествие в любой момент. Джа кивнул и сказал, хорошо, подожди, пока Гатар не заменит паруса и можем плыть дальше. После этих слов капитан Небесного кивнул и вышел из комнаты. Глава 403. Как повысить свою силу. После ужина Чжа снова отправился в пространственную ферму и перенес туда же из замка на железной горе Куна и Грина. Именно они сегодня будут его наставниками в боевых искусствах. Чжа совершенно спокойно отправился тренироваться, поскольку хорошо понимал, что в ближайшее время новой атаки от клана Марки не будет. Ведь они точно так же, как и клан Шелли, являются чужаками во всех шести империях. Так, чтобы сделать новый ход, им придется для начала выложить крупную сумму денег. К тому же, на этот раз клан Марки действительно упустил очень много важной информации. Так они не учли, что на борту Небесного окажется третий принц Империи Розы, Чарли. И независимо от того, произошло это из-за небрежности или глупой случайности, подобные ошибки никогда не прощаются. На всем континенте Арк не так уж много кланов, что могут себе позволить подобные атаки на члена королевской семьи самой Большой Империи. И торговый клан Маркиу явно не входит в их число. Даже самый огромный торговый клан континента Арк был пустым местом в глазах короля Империи Розы. Ведь, если он действительно захочет уничтожить клан Марки, то с легкостью сможет осуществить задуманное. Являясь правителем самой огромной страны, он вполне мог так или иначе заставить другие страны уничтожить клан Марки на своих землях. Большим торговым кланам чаще всего завидовали из-за их богатства. Но иногда денег было настолько много, что они начинали притягивать несчастье. Когда Джа увидел, что двое стариков оказались в пространственной ферме, он полностью выбросил все эти мысли из головы. Сейчас ему стоило сосредоточиться на изучении боевых искусств. Сейчас Джа можно было бы назвать человеком с большими деньгами, и в данный момент ему необходимо было потратить их весьма разумно. Так, если бедный человек не знал, как начать зарабатывать крупные суммы денег, то богатому нужно было учиться их правильно тратить. Боевая циджа достигла 8 уровня. Благодаря одновременному использованию особого лекарства и плода алмазного дерева. Вот только он никогда не учился владеть каким-либо оружием. Поэтому размахивал мечем словно деревянной палкой. Естественно любая техника меча начиналась с заложения основ, а именно отрабатывания простейших ударов, практики правильных стоек и т.п. Однако где-то после двух часов тренировок глава клана Буда понял довольно очевидную вещь. Если ему удалось увеличить свою силу, выпив противоядие и съев фрукт алмазного дерева, то другие тоже могут поступить подобным образом. И если это действительно так, то безусловно это очень хорошая новость для клана Буда. И как только он подумал об этом, то немедленно произнес Каир, отвлекись на минутку, мне нужно с тобой поговорить. После этих слов маленькая девушка, что в данный момент проверяла растения, посаженные на фоновых землях, подлетела к главе клана Буда и посмотрела на него. Джа тоже посмотрел на нее и с улыбкой произнес Каир, ты ведь лучше всех знаешь на что способна пространственная ферма. Поэтому скажи, можем ли мы создать препарат, что позволил бы Лауре, да и всем остальным, намного быстрее увеличить свою мощь. Каяр кивнула и махнула рукой, после чего вокруг Грина, Куна, Лауры, Мэк, Нир, Шуна, Шинга, Блакхеда и Ракхеда начало летать несколько шаров, наполненных белым светом, но уже через несколько мгновений они пропали, и маленькая девушка, обращаясь к Джа, произнесла ⁇ Молодой мастер, уровень пространственной фермы недостаточно высок, чтобы улучшить дедушку Куна и дедушку Грина ⁇ Мисс Лаура может съесть лишь половину плода алмазного дерева, и через 10 дней ей удастся достигнуть вашего уровня. А вот мисс МЭК не сможет воспользоваться подобным способом, поскольку она несовместима с плодами алмазного дерева. Но для достижения того же эффекта можно использовать особые фармацевтические препараты, однако уровень фермы недостаточно высок, чтобы вы могли купить семена необходимых растений. У Шингайшуна фактически та же ситуация. А вот ракхит и блокхит могут съесть плод алмазного дерева, но он просто поможет поднять им уровень, однако, скорее всего, новых способностей они не получат. Джа, услышав это, тут же произнес «Хорошо, просто прекрасно, тогда немедленно купите три плода алмазного дерева». К разговору об усилении Мэг, Шуна и Шинга вернемся, когда будут доступны необходимые травы. То же самое можно сказать о дедушке Куни и дедушке Грине. Но, что насчет Нир, о ней ты ведь так ничего и не сказала. Маленькая девушка немного задумалась и сказала, мисс Нир, довольно особый случай. Ей не подходит ни одно из зелий, которыми располагает пространственная ферма в данный момент. Юной девушке нужна особая еда, что поможет ей лучше общаться с животными. Ведь это ее особая способность. Джа нахмурился и спросил, а о какой именно пище идет речь. Вот только Каэр покачала головой и сказала, я не знаю. Раньше пространственная ферма не располагала подобной информацией, но собрав некоторые данные об континенте Арк, я могу смело утверждать, что с вероятностью в 90% подобная пища существует, и скорее всего это фрукт. Джа кивнул и сказал «Хорошо, давайте пока не будем спешить, и для начала просто купим плоды алмазного дерева». В ответ ЖКР предложила «Мастер, давайте лучше посадим алмазное дерево в пространственной ферме» нам придется подождать несколько дней, пока оно вырастет, но так мы сможем получить гораздо больше плодов и сэкономим 20.000 золотых монет. Услышав это, Джа хлопнул себя рукой по голове и сказал, да, да, просто сделай то, что ты только что сказала. В любом случае вычислительно мощность пространственной фермы действительно поражает. После этих слов Джая, обращаясь к Лауре, Ракхиду и Блокхиду, сказал, кажется, вам придется подождать несколько дней. Лаура слегка улыбнулась и ответила. «Поверь, брат Джа, мы никуда особенно не торопимся, поскольку в обычном темпе такой прогресс занял бы многие годы. Однако, похоже нам снова нужно уделить особое внимание развитию пространственной фермы, ведь тогда не только Мэг сможет догнать нас, но и возможно, дедушки Грин и Кун прорвутся на 9 уровень». Джа кивнул, а потом вздохнул и сказал. «На словах все звучит довольно просто». Но теперь, когда пространственная ферма достигла 30 уровня, даже получить 31 может быть невероятно сложно, но это не значит, что мы не будем стараться. Поэтому мэг, не отчаивайся. Это потребует от нас массу усилий, но мы добьемся 8 уровня и для тебя. Мэг посмотрела на Джа и улыбнувшись, произнесла ничего, молодой мастер, я никуда не тороплюсь. Сейчас действительно лучше поднять уровень сестры Лаура, поскольку он у нее слишком низкий. Услышав это, Лаура, направляясь к Мэг, сказала, «Хорошо, значит маленькая девочка смеет смеяться надо мной». Естественно Мэг не стала просто стоять на месте, а, засмеявшись, начала убегать от Лауры. Грин, посмотрев на дурачащихся девушек, просто улыбнулся и ничего им не сказал. Вместо этого он повернулся к Джа, а затем произнес «Мастер, тренировка еще не закончена, поэтому отдыхать будете потом». Глава клана Буда кивнул и снова принялся исполнять скучные, монотонные упражнения. В то же время Джа даже не догадывался, что капитан судна, на котором плыл Ариана, уже был готов умереть от нервного срыва. Ведь за его судном неотрывно следовал боевой трехмачтовый корабль. Вот только экипаж странного судна не нападал на них и не пытался вступить с ними в контакт. Корабль просто плыл за ними фактически на одном и том же расстоянии. Поэтому вполне естественно, что капитан Харт, видя происходящее, нервничал. Он не знал, что это все означает, зачем за ними кто-то плывет. Маловероятно, что это пираты, ведь опытный человек, лишь взглянув на судно Харта, сразу же поймет, что они не везут ничего ценного. Это очень хорошо видно по ватерлинии корабля. Поскольку они пришли, чтобы просто забрать Риану, у них не было слишком много груза, поэтому ватерлиния была довольно высоко и опытные пираты хорошо знали, что именно это означает. Чтобы обеспечить безопасность Рианы, Харт плыл у самого побережья, предпочитая каждый раз платить небольшой налог. Безусловно, подобное не могло бы защитить их от пиратов, но шанс на встречу с ними был гораздо ниже. Но неизвестный корабль продолжал упрямо преследовать их, и, наконец, не выдержав, Харт рассказал обо всем Риане. Девушка нахмурилась, а затем вслушалась к словам капитана. «Ты же имеешь в виду трехмачтовый корабль, плывущий не так уж далеко позади нас, я права?» Харт кивнул и сказал. «Да, мисс, вы абсолютно правы. Я не знаю, чего они от нас хотят. И мне действительно это не нравится. Плюс между Империей Розы и Империей Аксу есть место просто кишащие пиратами. И я боюсь, что они нападут на нас». Риана кивнула и сказала. «Хорошо». Идем, для начала я хочу посмотреть на корабль своими глазами, но после того, как девушка взглянула на корабль, то просто ошарашила Харта следующими словами ⁇ Харт, можешь не волноваться, это судно не будет на нас нападать, наоборот оно здесь для нашей защиты, и я, кажется, догадываюсь, кто мог его послать, сбросив со своих плеч груз страшной неизвестности, Риана вернулась в свою каюту и ее верный слуга просто не мог не спросить, «Ваше высочество, почему вы не позволили Харту и дальше волноваться? Вы действительно знаете эту лодку?» Риана покачала головой и сказала, «Конкретно эту, нет, но вот ее общий стиль мне знаком. Разве тебе не кажется, что это слегка переделанный корабль Империи Розы?» И насколько мне известно, мы оба видели, кто именно заполучил подобный корабль во время нашего плавания по реке ваше высочество, вы хотите сказать, что это мистер Джа отправил свой корабль, чтобы защитить нас?» Риана улыбнулась и произнесла подобная возможность весьма вероятно. «Плюс, чтобы я не сказала Харту, он все равно продолжит волноваться». Глава 404. Риана атакована. Морской путь от Империи Розы до Империи Аксу занимал около 7 дней. Но, войдя в воды Империи Аксу, необходимо еще три дня, чтобы добраться до ближайшего портового города герцогства, Персел, что назывался Пудинг, уже Там Риана пересела бы в карету и еще за семь дней добралась бы до города Коса, вот только существовала одна весьма серьезная проблема. Обе империи контролировали лишь два дня морского пути, или, другими словами, два дня по буферной зоне империи Розы, три дня по нейтральным водам и два дня по буферной зоне империи Аксу. И именно эти три дня являлись самыми опасными. Так как в нейтральных водах господствовали пираты, и на торговые суда могли напасть фактически в любой момент, вот только когда их судно все же достигло нейтральных вод, Харт стал еще более нервным, потому что странный корабль продолжал следовать за ними. Чтобы позволить экипажу хорошо отдохнуть, перед вероятной битвой Харт намеренно выделил целый день для восстановления сил. Плюс это максимально точно позволило убедиться, следят ли за ними или неизвестное судно просто идет тем же курсом и как результат Харт полностью подтвердил свои подозрения, за ними действительно следили, стоило им остановиться, и неизвестное судно поступило точно так же. Естественно Харт попытался расспросить Риану, но понял, что это абсолютно бесполезно, поэтому у него не оставалось иного выхода кроме как приказать своим людям быть на чеку. На следующий день после отдыха Харт официально вошел в нейтральные воды, сейчас им стоило держать дистанцию от любых других кораблей ведь в данный момент фактически любой торговец мог превратиться в пирата. Харт уделил особое внимание судну, что следовало за ним. Корабль все еще держался на относительно безопасном расстоянии от них. Это должно было заставить Харта поверить в слова Рианы. Первый день плавания прошел довольно спокойно, и вечером Харт, бросив якорь, проверил часовых, а затем ушел отдыхать в свою каюту. На следующий день Харт приказал продолжить плавание очень рано, поскольку нервы его людей и так были на пределе. Но и в этот раз на них никто не нападал, а уже вечером они оказались в водах Империи Аксу. И лишь после этого Харт наконец мог хоть немного расслабиться. Но никто даже предположить не мог, что на следующий день на них действительно нападут. Причем сделает это не корабль, что все это время неотрывно преследовал их, а суда идущие под флагом Империи Аксу. Три корабля Империи Аксу стремительно приближались к ним. Первоначально Харт считал, что они только патрулируют здешние воды, но стоило им войти в диапазон обстрела, как началась канонада магических пушек. Естественно, после столь неожиданной атаки экипаж корабля понес существенные потери. К счастью, Харт являлся очень опытным моряком и поэтому сразу отреагировал. Независимо от того, почему на них напали, люди клана Персил начали мгновенно отбиваться. Тем не менее, он был капитаном торгового судна, в то время как им противостояли три боевых корабля. Естественно, Харт не мог противопоставить им ничего существенного, поэтому люди Рианы понемногу проигрывали. Но в этот момент корабль, что все это время следовал за ними, подошел и атаковал три судна Империи Аксу. Причем атаковал он весьма жестко. Складывалось впечатление, что его экипаж абсолютно не беспокоился о собственной безопасности. В это же время Харт наконец поверил, что их действительно защищают, но также он понимал, что все как-то странно. В конце концов, кто именно их защищает? Если они часть какого-то клана, то им следует с ним связаться, а если нет, то кто же это может быть? Три военных корабля не думали, что все обернется подобным образом. Неожиданный противник просто пер вперед, не заботясь о чем-либо, словно его абсолютно не беспокоила боль, рана и смерть. Естественно, столкнувшись с подобным напором, судно империи Аксу вынуждены были отступить, но ненормальный корабль продолжил преследовать их. Естественно, Харт пытался связаться с неожиданным союзником, но его попросту проигнорировали, поэтому у него не было иного выбора, кроме как просто плыть дальше. И вот через три дня они, наконец, прибыли в город Пудинг, а корабль, что все это время следовал за ними, попросту исчез. Естественно, тем загадочным кораблем была меч-рыба. И так как ее экипаж состоял исключительно из нежити, вполне естественно, что никто из немертвых моряков не боялся смерти. Естественно, как только Нариану напали, Джа мгновенно узнал об этом. И, разумеется, узнав, кто именно напал, он тут же понял, кто за этим стоит. Безусловно, это был южный король Борис. Ведь, кроме него, Джа больше никого не обидел в империи Аксу. Плюс у него тоже был выход к морю, поэтому он вполне мог организовать подобное нападение. Тем не менее, у Джа сейчас не было времени беспокоиться о Борисе, ведь к этому моменту они прибыли в город Юшуй. Его размер был практически таким же, как и Шуй, разве что бесплатный перс был намного больше и чище. Конечно же, Джа не мог оставить небесного у общественного перса, ведь с ними плыл Чарли. Поэтому они остановились у личного перса принца. Используя подсказки Чарли, Джа направил корабль к выделенному терминалу. Люди принца уже знали, что он на борту, поэтому и пропустили их. Плюс на персе уже собралось довольно много народу. После того, как Небесный остановился у перса, то немедленно был сброшен трап, после чего Джа и Чарли сошли с него, а затем глава клана Буда передал корабль в руки Леруи. Тот же, в свою очередь, отправил его в ремонтный док. Ведь в конце концов тот действительно получил весьма существенный урон. Джо не стал отказываться от добрых намерений Чарли и приказал Джинану присматривать за небесным, после чего отправился вслед за принцем в город Юшуй. В этой поездке их сопровождал настоящий глава города, что являлся подчиненным Чарли. Звали же его Лейс, и он являлся весьма суровым человеком. Именно он был тем железным стержнем, что помогал принцу Чарли управлять его деньгами. Внешний же лейс был довольно худым, а также словно сухим и хотя Джа не чувствовал в нем боевой ци, он ощущал, что его характер столь же крепок, как у Шуна. Вот только кто такой Шун? Он ведь убийца. Но ведь это значит, что Лейс тоже, ведь так. Вот только зачем Чарли ставить главой города убийцу, что не говори, а это действительно немного странно. Сейчас карета, в которой ехал Джа, направлялась в резиденцию главы города. И поскольку занавески по обеим сторонам окна были открыты. Во время поездки Чарли показывал Джа различные достопримечательности. Впрочем, наблюдая за городским пейзажем, Джа довольно быстро заметил особенность, что отличала Юшу от других городов. Так, если в Тиньшу и Ишуй на одной и той же улице могли продаваться различные товары, то здесь каждый из районов города торговал чем-то своим. Так в одном месте продавали только еду, в другом только оружие, а в третьем только доспехи. Безусловно, подобное решение приносило свои плоды и преимущества. Видя, что Чжа одобряет подобный подход к управлению городом, Чарли был действительно горд собой, поскольку именно он предложил это. Когда же карета подъехала к главной резиденции главы города, то Чжа вынужден был признать, что выглядела она весьма впечатляюще, правда не столь же сильно, как в резиденции Смита в городе Тиньшуй. Естественно, когда они оказались внутри, Чарли отдал Джа самый большой и самый изысканный двор, где росло довольно много декоративного бамбука. А если говорить точнее, речь шла об удивительном пурпурном бамбуке. Безусловно, наученный весьма горьким опытом, Джа не хотел здесь оставаться, но он просто не мог отказать принцу, когда тот находился в столь приподнятом настроении. Так что главе клана Буда пришлось согласиться. Но, по правде говоря, Джа действительно нравился этот двор, окруженный пурпурным бамбуком, ведь он действительно выглядел невероятно красиво. До этого момента глава клана Буда видел на континенте арк только бамбуковый рис, но тот был слишком высоким и мог использоваться только для выращивания риса, а об декоративном применении речь даже не шла. Однако, судя по слухам, пурпурный бамбук тоже использовался не только как украшение. Он был гораздо тоньше и крепче рисового бамбука, так что его применяли при изготовлении луков, а также некоторых других типов оружия. Тем не менее, у него также, как и у хлебного дерева, имелись довольно высокие требования к окружающей среде. Температура, влажность и климат были невероятно важны. А если их не соблюдать, пурпурный бамбук довольно быстро умирал. Но возле города Юшу он рос в настолько больших количествах, что его даже продавали на экспорт. Когда они все оказались внутри, Лейс покинул их, так как Чарли приказал приготовить для Джа приветственный пир. Но, поскольку он знал, что глава клана Буда не любит больших столпотворений людей, то на пире присутствовали только самые близкие и несколько слуг. В главной резиденции глав города в общей сложности было 27 зданий. Безусловно, самый большой из них использовал принц Чарли. А вот в распоряжении Джа оказалось несколько небольших построек. После того, как Джа и все остальные разместились в своих комнатах, Лейс появился снова. На этот раз он пришел, чтобы пригласить главу клана Буда пройти в обеденный зал. Главный помощник Чарли, безусловно, являлся весьма талантливым человеком. Он уже успел провести хорошее расследование и собрать от Джа некоторую информацию, но ранее он не придавал ей особого значения однако сейчас, видя сложившуюся ситуацию, принял необходимые меры, чтобы узнать от Джао все, что только можно. Как только несколько человек сели за стол в обеденном зале, горничные сразу же принесли им еду. Все блюда, приготовленные Лизом, не были уж слишком роскошными, но в них использовались только самые свежие ингредиенты. После обеда все отправились в гостиную. Чарли, сделав глоток Киджи и обращаясь к Лизу, сказал, завтра передадите мистеру Джа мой герб, после чего аннулируйте для него все налоги, а также подыщите для него хороший магазин. Ах да, мистер Джа, с этого момента вы совершенно свободно можете пользоваться моим личным причалом. После этих слов Лейс кивнул головой, а глава клана Буда произнес «Ваше Высочество, я безусловно благодарен вам за все это, но позвольте попросить вас об еще одной услуге». В данный момент мне необходимо получить партию предметов первой необходимости, изделия из железа и партию посуды. Так что не могли бы вы помочь мне с этим? Но Чарли нахмурился и ответил. Изделия из железа? Мистер, а что вы имеете под этим в виду? Оружие? Тогда боюсь, я не смогу помочь вам с этим. Ведь если я начну скупать оружие или массово изготовлять его, мой отец может это весьма неправильно истолковать. Так что, как вы можете видеть, некоторые вещи недоступны даже мне, но вы всегда сможете обратиться с подобной просьбой к другим торговцам. А вот Джа кивнул и сказал, не волнуйтесь, сэр, для меня сейчас наиболее важными являются предметы первой необходимости и различная керамика. Скажите, можете ли вы мне помочь достать несколько партий этих товаров? Услышав это, Чарли кивнул, а затем произнес, если все действительно так, то это не проблема. Лис, подготовь, пожалуйста, все, что попросил мистер Джа, а также несколько бассейнов для огненной рыбки и транспорт для перевозки 50 тысяч огненных рыбок. Сколько на все это вам потребуется времени? Лис задумался на мгновение, после чего ответил, товары будут готовы уже завтра, но бассейны для огненной рыбки и особый транспорт мы сможем получить только через 10 дней. Глава 405. Неожиданная прибыль. Чарли кивнул и сказал, «Хорошо, тогда сначала займитесь товарами, а уже потом всем остальным. Ах да, кроме того, вы должны сделать еще кое-что. На этот раз мистер Джа может привезти довольно много даров моря, и нам нужно будет место, чтобы хранить особые деликатесы и подводных магических зверей». Естественно, когда Лейс услышал об столь особых товарах, его глаза просто не могли не засиять ведь он отлично понимал, насколько высоко ценятся дары моря на континенте Арк. И если Джа действительно сможет достать их в больших количествах, то на их перепродаже они смогут заработать действительно много денег. А вот сам Джаа слегка улыбнулся и произнес, честно говоря, мне неизвестно, что из этого получится. Но, как говорится, на все воля небес. Однако уже сейчас я могу вам гарантировать, я постараюсь привести только самые лучшие. Услышав это, Чарли улыбнулся и сказал, «Мистер Джа, мне почему-то кажется, что у вас все получится». Увидев насколько сильно нежить Джа, Чарли был полностью уверен, что даже на дне морском ей не найдется достойного соперника. Джа улыбнулся и произнес, «Ваше высочество, не стоит так усердствовать. В данный момент Небесный находится на ремонте и до тех пор, пока его не починит, я никуда не смогу уйти». Однако, как сообщают мне не мертвые, повреждения не очень серьезные, поэтому ремонт не потребует довольно много времени. Услышав это, Чарли уточнил. Мистер Джа, вы хотите сказать, что можете контролировать свою нежить даже находясь настолько далеко от нее? Джа слегка улыбнулся и ответил. Да, что-то в этом роде. Ах да, ваше высочество, недавно один из моих кораблей довольно сильно потрепало, когда он защищал судно важного для меня человека. Поэтому позвольте узнать, могу ли я его отремонтировать на вашей верфи? Чарли махнул рукой и сказал, все это мелочи, сейчас же просто отдыхайте. Как только ваш корабль будет отремонтирован, я тут же сообщу вам об этом. Джа кивнул, а затем, поблагодарив Чарли, вернулся в свой временный дом. Можно сказать, что сотрудничество с принцем все еще было очень успешным, и это очень радовало самого Джа. Вернувшись в свой дом, глава клана Буда вместе с Лаурой отправились на прогулку в пурпурный бамбуковый сад. Безусловно, глава клана Буда отправился туда не просто так, он хотел получить несколько корней пурпурного бамбука. Ему он был нужен, чтобы высадить и получить свое собственное море пурпурного бамбука. Да, пурпурный бамбук был довольно требовательным к окружающей среде, но и глава клана Буда был полностью уверен, что в пространственной ферме не возникнет с этим никаких проблем. Джа хотел попросить Кайер высадить пурпурный бамбуковый лес прямо за пространственной виллой, считая, что получившийся пейзаж будет просто невероятным. Все китайцы любят наслаждаться бамбуком, ведь именно этот народ написал о нем больше всего стихотворений. Однако он хотел высадить его не только для красоты. Как уже было сказано ранее, пурпурный бамбук очень хорошо подходит для изготовления оружия. Иджа собирался при помощи него изготовить средства самозащиты для всех обитателей черной пустошь, ведь пурпурный бамбук это уже готовая древка копия. Разумеется, после сбора корней пурпурного бамбука, Джа отправил их в пространственную ферму и немедленно получил сообщение, в котором говорилось, что пурпурный бамбук получает 35 уровней и будет вырастать за 8 часов, но пространственная ферма новых уровней не получила. Впрочем, глава клана Будай не ожидал подобного, поскольку понимал, что для подобного ему нужно куда больше, чем просто одно необычное растение. Джао попросил Каэр высадить бамбук за пространственной виллой и присматривать за ним. Вот только он хотел создать пурпурный бамбуковый лес не только потому, что это красиво. Естественно он задумал еще кое-что. Все дело в том, что глава клана Буда намеревался создать настоящий лесной биом. У него уже был несколько, но в основном они состояли из воды. Здесь же он хотел создать продуманный биоценоз, но для этого ему потребуется довольно много как растений, так и животных. В данный момент Джао наконец избавился от воды из небытия в своем организме, и уже приступил к изучению боевых искусств. Но если он продолжит развивать пространственную ферму, то сможет помочь Мэг намного быстрее стать сильнее, а Грин и Кун даже смогут достигнуть девятого уровня. Естественно для Джа это действительно был слишком великий соблазн. Если Грин действительно сможет стать экспертом 9 уровня, это безусловно пойдет на пользу клану Буда. Ведь, чем больше в клане полубогов, тем меньше его будут донимать остальные. Впрочем, прогуливая среди пурпурного бамбука, они смогли найти еще несколько довольно приятных сюрпризов. Ими стали какие-то грибы и зверек, похожие на бамбуковую крысу. Насколько Джа слышал, на земле бамбуковые крысы считались изысканным деликатесом. А вот обстоят ли дела точно так же на континенте Арк, он не знал. Вот только, когда Джа переправил все это в пространственную ферму, то оказался невероятно удивлен. Так, судя по сообщению, у грибов было аж 40 уровней и они отличались особым вкусом, а также питательностью. Но бамбуковая крыса оказалась еще лучше. Когда она попала в пространственную ферму, то получила 50 уровень. Она была не только невероятно вкусной, но и могла использоваться как малый плантатор, или другими словами зверек мог уничтожать мелких вредителей на различных полях. Это, безусловно, был сюрприз. Джа действительно не ожидал встретить такое. Некоторые мелкие вещи, которые он тоже нашел в зарослях пурпурного бамбука, оценивались не настолько высоко. А вот Лауру все это удивило еще больше, чем Джа. Все дело в том, что на континенте Арк не привыкли употреблять в пищу грибы. И именно поэтому девушка настолько сильно удивилась, увидев насколько огромный уровень они получили. Когда Джа услышал от Лауры, что на континенте Арк грибы практически не едят, он просто не мог не хлопнуть себя по голове. Только теперь он понял, почему когда Грин отправился в лес, он не принес ни одного гриба. А ведь еще тогда глава клана Буда чувствовал, что чего-то не хватает. Ну а даже теперь все еще не слишком поздно. Похоже пришло время исправить это но, проведя в зарослях бамбука еще некоторое время, глава клана Буда не нашел ничего существенного, лишь нескольких жуков, но их он отправил в пространственную ферму. Разумеется, ни о каком опыте речь не шла, даже ранее пространственная ферма просто уничтожила бы их как бесполезный мусор, но теперь, превратившись в малый мир, ферма просто отправила насекомых в фоновые земли. После длительной прогулки Джа вернулся в небольшое здание. Лаура все еще очень интересовалась сегодняшним урожаем, и хотя он был не очень большим, им все же удалось получить несколько хороших вещей. Джа, увидев ее улыбку, тут же все понял и перенес их в пространственную ферму. В данный момент там уже произошли определенные изменения, так Джа снова прикупил красной почвы и использовал ее, чтобы посадить алмазное дерево, но оно еще недостаточно выросло, чтобы дать плоды. Кусок красной земли посреди прерии выглядел немного странно, но Лаура с надеждой смотрела на алмазное дерево, ведь она прекрасно знала, что как только дерево начнет плодоносить, ей и остальным удастся в короткие сроки стать намного сильнее. Отдохнув некоторое время, Джа и остальные вернулись обратно. На этот раз глава клана Буда не стал звать Грина, поскольку тот в данный момент был слишком занят. Ранее Джа не занимался боевыми искусствами, но теперь он узнал некоторые основные стойки и удары. Плюс в эти дни у него было несколько тренировочных поединков против Блэкхеда, поэтому он смог получить и практический опыт. С его нынешней силой он вполне сможет сразиться на равных с воином 6 уровня и как минимум не будет побежден. Но это было еще далеко не все. Находясь в пространственной ферме, он довольно долго держал в руках металлический шар и пытался управлять им. Благодаря этому глава клана Буда смог подтвердить, что у него действительно есть такая же способность, как и у магнета, он на самом деле может контролировать металл. Однако, естественно, на данный момент он намного хуже одного из самых опасных мутантов. Магнета мог сбивать самолеты и даже поднять и переставить огромный мост. А вот Джа едва справлялся с металлическим шаром. Тем не менее, глава клана Буда был очень доволен. Ведь в конце концов даже Великий Магнета очень много тренировался, чтобы развить свои силы. Он же получил их лишь несколько дней назад. Глава 406. Чарли наслаждается. Естественно, глава клана Буда играл с металлическим шаром только внутри пространственной фермы и никогда не делал этого снаружи. На континенте Арк никто даже не слышал о мечах для фитнеса. Поэтому если бы кто увидел, чем он занимается, то решил бы, что глава клана Буда вдруг сошел с ума. Во второй половине дня, когда Джа вышел из пространственной фермы, так и не увидел Чарли. Впрочем, он хорошо понимал, что Юшу и его город и за время отсутствия принца, скорее всего, накопилось довольно много вопросов, требующих его внимания. Поэтому Джа провел некоторое время за разговорами с Лаурой и остальными. Вечером же Чарли пригласил Джа поужинать, а также извинился перед ним, сказав, что пренебрег его компанией, поскольку был слишком занят. Для принца вопросы, связанные с его городом, действительно были весьма важны, поэтому, естественно, Джай не стал на него сердиться и с удовольствием выпил вместе с ним несколько чашек Киджи. А вот Лейс довольно сильно удивился, когда услышал подобное. Он очень хорошо знал Чарльза и считал его не только самым талантливым из принцев, но и невероятно гордым человеком. Поэтому подобное было весьма не характерно для него. Принц и вправду очень гордился собой и абсолютно не обращал внимания на обычных людей. Но, тем не менее, он вел себя вежливо со всеми, так как именно таким его воспитали. Тем не менее Лейс чувствовал, что вежливость Чарли по отношению к Джа была совершенно искренней. Стоит признать, что Джа действительно умел зарабатывать деньги, но по сравнению с доходами от целого города это ничто. Так что причина не может заключаться в этом. Глава клана Буда являлся экспертом 8 уровня, но ведь не 9. Поэтому Чарли при обычных условиях не стал бы вести себя настолько вежливо. Но сейчас он так поступал, чего Лейс никак не мог понять. После ужина Джа отправился отдыхать. В это время Лейс остался с Чарли в гостиной. Во второй половине дня у них не было много времени, чтобы поговорил. Так как они занимались официальными делами, Лейс в основном сосредоточился на решении проблем, связанных с Джа. Сейчас же у них появилось свободное время, и Лейс, обращаясь к Чарли, спросил «Ваше высочество, почему вы так высоко цените Джа? В чем его сила?» Чарли пристально посмотрел на Лейза и, улыбнувшись, спросил «Что тебя сбивает с толку?» Лейс покачал головой и сказал «Ваше высочество, я знаком с вами уже много лет, но сейчас абсолютно не понимаю, что такого особенного вы увидели в мистере Джа. Чарли улыбнулся и сказал «Пожалуй, мне импонирует его разносторонность» он умеет зарабатывать деньги, обладает связями и весьма неординарной силой. После этих слов принц рассказал ему о недавней битве. Лейс, услышав это, кивнул головой. Лейс хорошо знал о связях Джа с такими большими кланами, как Карпичи и Шелли. Он также знал о недавнем конфликте с кланом Карпичи. А еще, что именно Джа расправился с герцогом Леоном. Но он даже не догадывался, что глава клана Буда способен создавать смешанную магию стать действительно сильным магом, способным использовать несколько стихий, невероятно сложно, поскольку для этого нужно было освоить каждый из элементов отдельно. Но Джа каким-то образом удалось это сделать, что уже самом по себе было удивительно. Плюс, в большинстве сражений принимают участие именно эксперты восьмого уровня, а не девятого. Поэтому наличие на поле боя могущественного мага, способного оперировать несколькими стихиями, безусловно очень важно. А если же такой маг способен использовать смешанные заклинания, то он фактически в одиночку способен переломить ход сражения. Так что, если в распоряжении Чарли окажется такой человек, его сила возрастет в несколько раз. Плюс Джа помимо силовой поддержки мог также приносить существенный денежный доход. И поскольку Лейс понял причину подобного поведения Чарли, то он кивнул, а затем сказал «Ваше Высочество, безусловно вы правы». Такие люди действительно заслуживают уважения, но как насчет клана Карпичи? Неужели они действительно просто так отказались от такого союзника? Неужели они сошли с ума? Услышав это, Чарли слегка улыбнулся и сказал, Лис, вы кое-что забыли. Клан Карпичи действительно весьма могуществен, но не все из них умеют зарабатывать деньги. Так, пятый наследник Джу, увидев, насколько прибыльный бизнес Джа, преревновал а потом немного подумав, решил, что тот оказался в полной зависимости от его клана. Ведь, после того как Джа обидел южного короля империи Аксу и церковь света, он сразу же отправился прямо в город Тиньшуй. Подытожив все это, он пришел к выходу, что сейчас Джа загнан в угол и если правильно попросить, тот сразу же раскроет все свои секреты. Лейс кивнул головой и сказал, «Ваше высочество, пожалуй, вы абсолютно правы». Из всех наследников клана Карпичи, только Джу способен на подобное. Но разве остальные не понимают, что сделав Чжа своим врагом, они потом могут очень сильно пожалеть о содеянном? Чарли снова слегка улыбнулся и сказал, все не так просто, безусловно Джа весьма мудрый человек и конфликт со столь сильным кланом ему попросту не нужен. Плюс, похоже он получил определенные гарантии от Смита. И именно поэтому вся эта ситуация сейчас просто зависла в воздухе без дальнейшего развития. Лейс кивнул головой и произнес, похоже Чжа действительно далеко не так прост. Но скажите, есть ли у вас самого способ контролировать его? Разумеется Лейс был полностью уверен в наличии подобного метода в руках Чарли. Ведь так было проще и быстрее всего добиться верности конкретного человека. Однако Чарли покачал головой и улыбнувшись сказал, чтобы сотрудничать с такими людьми, как Джа, вы не должны думать о том, как лучше их контролировать, в данном случае лучше совершать для них небольшие услуги, чтобы они чувствовали благодарность по отношению к вам и были готовы сделать что-то в ответ. Вы же помните, как Джа упоминал о еще одном из своих кораблей, прошедшем через суровую битву. Лей скивнул и сказал «Конечно же, я все помню и не вижу причин, почему мы не сможем помочь с ремонтом. Но к чему вы клоните?» На что улыбнувшись Чарли ответил «Вы ведь знаете, что Джао контактировал с кланом Персел и его глава Иван довольно неплохо относился к нему. И сейчас сам Джао помогает главе клана Персел. Он сопровождал дочь Ивана, кажется ее зовут Риана, в Империи Розы. Но девушка из-за конфликта с герцогом Леоном вынуждена была вернуться обратно и похоже выбрала для этого морской путь. Ведь, как мне кажется, именно защищая Риану, Джаа едва не потерял один из своих боевых кораблей. Вот такой он человек, который готов отплатить за добро добром, а на зло злом. Лейскивнул и сказал, благодарю вас, ваше высочество, теперь я гораздо лучше знаю, как мне вести себя с Джаа. Кстати говоря, я уже подготовил для него довольно неплохой магазин. Он находится у восточных ворот и на вид весьма небольшой, но у него есть два подземных и весьма вместительных склада. Чарли одобрительно посмотрел на Лиза и сказал «Хорошо, честно говоря, именно вы все эти годы управляли городом Юшу и, если бы не дурацкая семейная традиция, я действительно отдал бы его вам. Но можете не волноваться, как только я получу то, что мне полагается, вам достанется достойный герпетитул. Услышав это, Лейс немедленно ответил «Ваше Высочество, я вырос вместе с вами и для меня огромная честь служить вам, так что пусть все так и останется». Услышав это, Чарли засмеялся, а затем сказал «Нет, нет, вы так много для меня сделали, и я перестану уважать самого себя, если не награжу своего самого верного помощника. Насколько вам известно, земли герца Галеона стали бесхозными, так что я позаботился, чтобы часть его бывших территорий отошла вам». После этих слов сердце Лиза забилось намного чаще. Он хорошо понимал, что у бывшего министра в распоряжении могут быть только очень хорошие земли, и похоже, Чарли намерен отдать их часть ему. Что не говори, а это действительно очень хорошая награда. Чарли посмотрел на Лиза и улыбнувшись, сказал, ⁇ Сейчас я могу дать вам просто кусок земли, но если мне действительно удастся занять императорский трон, то вполне возможно вы станете новым великим герцогом. ⁇ Глава 407. Подарок. На следующее утро Чарли пригласил Джа присоединиться к нему за завтраком, после которого они отправились в гостиную, где просто разговаривали, попивая киджу. Но в какой-то момент к ним вошел лейс и сказал, Ваше высочество, товары и магазин готовы, хотите осмотреть их сейчас или немного попозже. Чарли, услышав это, обращаясь к Джа, произнес сэр, что вы на это скажете. На что джао с улыбкой ответил, в данный момент мне все равно нечем заняться, поэтому пойдемте сейчас, Чарли улыбнулся, а затем произнес, пожалуй, вы правы, на ремонт вашего корабля потребуется как минимум несколько дней. На что джао с улыбкой ответил, нечто подобного я и ожидал. Хорошо, пойдемте, давайте сначала посмотрим на магазин. После этого несколько человек сели в экипаж и отправились туда, куда указал им Лис. Сегодня они путешествовали в экипаже Лиза. Это было действительно весьма удобно, поскольку карету главы города пропускали вперед абсолютно все. Вскоре они остановились прямо у восточных ворот города Юшуй, но стоит признать, этот район выглядел немного иначе. На улицах находилось гораздо меньше людей, но магазинов было очень много. Они же остановились перед трехэтажным, довольно красиво украшенным зданием, позади которого находился огромный огороженный двор. В одной из стен двора находились довольно большие врата, через которые, идя параллельно, могли проехать целых три повозки. Но тем не менее они выглядели весьма прочными, так как были изготовлены из весьма крепкой древесины. В это время двое охранников, что стояли перед вратами, заметили каретку, а также кому она принадлежит, и открыли вход во внутренний двор, после чего экипаж въехал внутрь. Двор действительно оказался очень большим, но внутри не стояло никаких перерабатывающих машин или чего-то подобного. Похоже, это место использовалось бывшими владельцами как склад под открытым небом. Несколько человек вышли из экипажа, после чего Джа и Чарли внимательно осмотрели двор, а затем глава клана Буда кивнул и произнес «Это просто замечательно. Дом достаточно большой, плюс здесь имеется склад. Благодарю вас за беспокойство, глава города Лис». Тот же в свою очередь улыбнулся и ответил, ⁇ Мистер Джа, вы очень добры, но, пожалуйста, пойдемте за мной, уверен я еще сумею вас удивить. ⁇ После этих слов глава клана Буда отправился вслед за Лизом. Глава города привел их к одному из внутренних зданий двора, перед дверью которого тоже стояли несколько человек. Увидев его, стражи открыли двери и впустили их вовнутрь. Как выяснилось, это здание было складом, где находились все те товары, которые просил достать Джа так к примеру вся посуда была собрана в деревянные ящики, здесь же находились и другие товары. Но самое главное, тут имелся спуск в подвал. Естественно Лейс показал Джа также и то, что находилось там. Как оказалось под зданием было еще два подземных этажа, что использовались как склады. Спуск, ведущий в подвал, был очень большим, что позволяло двум экипажам параллельно спуститься вниз. Угол наклона был не очень крутым, что давало куда проще спускать и вытягивать повозки из подземных складов. Стоит отметить, что подземные помещения оказались гораздо больше, чем наземный склад под открытым небом. Но построили их весьма правильно, используя монолитные поддерживающие колонны и довольно крепкий камень. Джа действительно был очень доволен всем увиденным. Хотя, честно говоря, такой большой склад ему попросту ни к чему, ведь у него есть пространственный амбар увидев, что Джа очень доволен, Лейс почувствовал облегчение. Поэтому, повернувшись к главе клана Буда, он сказал: "Сэр, вы ведь всем довольны? Его Высочество приказал мне передать вам магазины и все товары на складе в качестве подарка." Чжа слегка удивился, а затем кивнул головой и улыбнувшись произнес: "Я благодарен Его Высочеству за подарок и хотел бы кое-что подарить ему в ответ." После этих слов у него в руках появилось два небольших мешочка. Естественно, это были пространственные мешочки. Но поскольку выглядели они не очень привлекательно, Чарли и Лейс не могли понять, что в них такого особенного. Чарли и Лейс оба смотрели на Джа, не зная, что с ними делать. Увидев это, глава клана Буда решил объяснить это пространственное хранилища объемом 10 кубических метров. Но если взять во внимание возможности вашего величества, то это всего лишь просто небольшой подарок. Чарли и Лейс оказались шокированы. Хотя пространственные артефакты на континенте Арк не являлись такой уж диковинкой, они действительно стояли невероятно дорого. Поэтому даже у Чарли имелся только один. Поэтому вполне естественно, что никто не дарит сразу два артефакта, да и еще считая их просто небольшим подарком. Чарли ошарашенно посмотрел на Джа и произнес «Я не думал, что в ваших руках окажется настолько хорошая вещь. Лейс, похоже, мы остались должны». Услышав это, Джа рассмеялся и сказал, вы слишком вежливы, мы ведь всего лишь обменялись подарками. Чарли тоже рассмеялся и сказал, хорошо, тогда мы с радостью принимаем их, но скажите, удовлетворены ли вы этим местом, и есть ли у вас люди, которые готовы управлять им? Джа улыбнулся и ответил, да, это место мне вполне подходит, а мои люди прибудут через два дня на том корабле, что пострадал, защищая важного мне человека. Чарли кивнул. «Хорошо, тогда мои люди присмотрят за магазином эти два дня, а потом передадут его вашим». Джа улыбнулся и кивнул. После этого несколько человек вернулись в главную резиденцию и Джа отправился отдыхать. Глядя на эти товары, лежащие на складе, глава клана Буда понимал, что они не влезут в трюм небесного. Поэтому он отправился на обезьяний остров и вынул пять кораблей, что раньше принадлежали клану Марки, и приказал им плыть в Юшуй. По его подсчетам они будут на месте уже завтра. Сейчас же, похоже, пришло время заняться людьми Лауры и, наконец, открыть свой собственный магазин. Подчиненные Лауры – весьма талантливые люди, способные на многое. Их прибытие в замок на Железной горе позволит решить множество проблем, которые обязательно возникнут весной. Плюс, с их помощью Джа надеялся открыть сеть собственных магазинов во всех шести империях континента Арк. К счастью, они уже довольно скоро прибудут. Некоторые из них сразу же отправятся в замок на Железной горе, а некоторые поплывут на меч рыбе в город Юшуй. На следующий день все пять кораблей прибыли в порт города Юшу и Чжа попросил Чарли погрузить все предоставленные товары на них. Естественно принц согласился. Вот только товаров на складах оказалось действительно невероятно много, фактически все пять кораблей оказались забиты под завязку. Разумеется Чжа никому не сказал, что собирается торговать с народами моря, товары якобы предназначались для прерий. Впрочем, Чарли не слишком много думал об этом. Эти товары являлись самыми распространенными во всех шести империях, поэтому его и не волновало, что именно Чжа собирается делать с ними. После загрузки кораблей Чжа стал ожидать прибытия меч-рыбы. Судно приплыло на следующий день. Всего Лаура забрала из герцогства Персел более 400 человек среди которых только 80 являлись управляющими, а все остальные были их семьями. Когда все подчиненные Лауры собрались в указанном месте, Джа и Лаура сразу же вошли в пространственную ферму, забрав практически всех этих людей в замок на Железной горе, и лишь нескольких из них отправили на меч рыбе в город Юшуй. Естественно менеджеры были очень рады снова увидеть Лауру, ведь именно их молодая госпожа помогла им добиться того, что они имеют. В ответ же они стали ее верными помощниками. Джа тоже верил в них. После того, как все они оказались в замке на Железной горе, их передали в руки Куну, чтобы тот предоставил им место для проживания. Большинство из этих людей ранее уже контактировали с Куном. Ведь в городе Каса именно он являлся главным управляющим сети магазинов Лауры. Поэтому теперь, когда они оказались снова под его руководством, то очень обрадовались. Тех же, кто отправился в город Юшуй, возглавлял самый способный из людей Лауры. Его звали Муином. До того, как стать управляющим Лауры, он и сам довольно долго занимался бизнесом. Но в определенное время потерял деньги и был вынужден продать себя в рабство. Но Лаура спасла его и он стал менеджером в одной из ее магазинов. Естественно вся его семья была весьма благодарна девушке. А он делал все, чтобы оправдать оказанное доверие. Хотя к этому моменту ему исполнилось более 40 лет, он был полон энергии. Его жена тоже являлась весьма проницательным человеком. Плюс у них было двое детей, которым уже исполнилось 20 лет, и они делали все возможное, чтобы помогать родителям. С такой проницательной семьей, сидящей в городе Юшуй, Джао мог быть уверен, что магазин находится в надежных руках. После того, как семья поднялась на борт меч рыбы, Джа вернулся в резиденцию главы города. Судно же приплыло туда только через два дня. И когда это произошло, глава клана Буда наконец мог отправиться заключать сделку с креветками. На протяжении этих двух дней пока меч рыба плыла в город Юшуй, глава клана Буда находился в пространственной ферме и изучал боевые искусства, а также тренировался контролировать металл и, стоит признать, с каждым разом у него получалось все лучше и лучше. Сначала он увеличивал вес металлического шара, а затем взял еще один. Так что теперь он тренировался с двумя объектами размером с кулак. Все это время глава клана Буди не докучал Чарли какими-либо просьбами и не пытался помочь. Ведь если принцу понадобится его помощь, он и сам скажет, что нужно сделать. Что же касается Чарли, то он тоже старался не лезть в дела Джаа. Однако его все еще довольно сильно беспокоил тот факт, что у его нового союзника имелось уж слишком много тайн. Через два дня меч рыба наконец вошла в город Юшуй. Джа поздоровался с Чарли и вместе с Лаурой отправился к Персу встретить ее людей. Естественно принц не отправился вместе с ними, поскольку это было бы уже слишком, если бы наследник самой огромной империи встречал на Персе слуг своего делового партнера. После того, как семья Муэна прибыла в город Юшуй, они поселились в том же здании, что и Джа. Естественно, Джа представил своего управляющего Лизу. Это было необходимо, поскольку глава клана Буда не мог все время находиться в городе Юшуй, а держать с ним связь было необходимо. Стоит признать, что Муэну действительно являлся довольно опытным торговцем, хотя и слишком прямолинейным. Однако со временем он все же научился общаться с людьми, и теперь после первой встречи его собеседники по крайней мере никогда не начинали ненавидеть его. Естественно, у Моину и Лиза сразу же сложились хорошие отношения, а как может быть иначе? Ведь Чарли и джа пытались наладить плотное сотрудничество, и никто из их верных слуг не хотел помешать им в этом. Однако принц Чарли все же тоже не упустил возможности лично познакомиться с Моином. Для этого он пригласил его вместе с Джао присоединиться к нему за ужином, где представился как третий принц империи Розы Чарли. До этого момента Муэну не встречался даже с герцогом герцогства Персил, но сейчас он мог смело утверждать, что Чарли действительно ценил Джа. Моэн был не глупым человеком, и увидел это, когда смотрел на то, как Джа и Чарли говорили и смеялись. Однако он безусловно был очень рад этому, потому что это означало, что Лаура выбрала действительно правильного человека. На следующее утро Джа, взяв с собой Муину, отправился показывать ему здание, которое он получил в качестве подарка от Чарли. Передав магазин в надежные руки, глава клана Буда дал ему новое имя Таюань. В дополнение к этому Джа также предоставил Муину пространственный мешочек из 100 000 золотых монет а также различные товары, что производила пространственная ферма. Ведь магазин обязан чем-то торговать. Однако вместе с этим он признал Самуину, что не ожидает больших прибылей от магазина. А его главная задача как его представителя поддерживать контакт с Лейзом и принцем Чарли. Поэтому ему не стоит так сильно нервничать. Впрочем, если Моину удастся сделать этот магазин успешным и процветающим, то это будет просто прекрасно. Глава 408. Время выходить в море. Джа открыл магазин в Юшуй. Изначально после подобного он собирался связаться с другими торговцами и великими благородными, чтобы построить крепкие деловые связи. Но теперь это уже не имело значения, поскольку ему удалось наладить отношения с Чарли. Но кто такой Чарли? Он принц, что когда-то может стать королем, а значит искать более влиятельно человека, чем он, фактически бесполезно. Впрочем, уже сейчас он был принцем самой могущественной империи Арк, поэтому даже короли других стран не посмели бы выступить против него без существенных на то причин. Да что там, даже сам король империи Розы не стал бы идти против сына просто так. Он фактически обладал той же властью, что и южный король империи Аксу, хотя на самом деле являлся только принцем. На юге империи Аксу сила Бориса не уступала королю и даже королевский указ мог быть не выполнен так как абсолютно весь юг был верен южному королю. Причина же, по которой южный король обладал такой силой, заключалась в том, что он заполучил поддержку у многих аристократов. Он переплел свои интересы с интересами этих людей, поэтому даже король империи Аксу не рисковал связываться с ним. Однако, шестикраткой южный король был особым случаем. Когда старый король юга соревновался со старым королем империи Аксу, его отец внезапно умер. А старый король успешно взошел на трон, а новый король юга оказался практически без власти. Однако со временем ситуация довольно сильно изменилась, в первую очередь благодаря старым дворянам, которым была выгодна вражда короля Аксу с южным королем. Ведь в этом случае никто из этих двоих не обращал внимания, чем же занята старая знать. Естественно, Джа понимал, что без помощи старой знати Чарли никогда не сможет стать новым королем. Но именно на это и надеялся глава клана Буда он планировал использовать третьего принца, чтобы наладить связи с великими аристократами, так как знал, что старая знать вынуждена поддерживать претендентов на трон, иначе новый король, взойдя на престол, начинал их подавлять. Если же они способствовали тому, чтобы их наследник заполучил трон, то в будущем могли рассчитывать на определенные преимущества. С другой же стороны, именно из-за действий старой знати возникали конфликты между наследниками поскольку тех всегда было гораздо меньше, чем великих аристократов. В данный момент Джао фактически мог на равных общаться с Чарли. А это значит, что старая знать, скорее всего, будет с гораздо большим уважением относиться к главе клана Буда, поскольку в противном случае у них может возникнуть конфликт с принцем. Именно поэтому, чтобы избежать преждевременного знакомства, способного разрушить первое впечатление, глава клана Буда запретил Муину связываться со старой знатью. Впрочем, даже если старая знать не захочет поддержать Чарли, это не значит, что не захотят и все остальные. Ведь очень многие люди готовы сделать все что угодно ради того, чтобы приблизиться к правящей верхушке. А если учитывать, что средних и мелких кланов в Империи Розы невероятно много, Чарли явно не останется без поддержки. В данный момент Джа считался человеком Чарли, поэтому все, кто также поддерживал третьего принца, захотят сотрудничать и с ним особенно, если получит положительный отзыв от Лиза. Тот же, в свою очередь, сделает все, чтобы еще больше увеличить силы Чарли. А самый простой способ это объединить всех союзников в один кулак. Поэтому Джа был уверен, что Лейс расскажет о нем и всем остальным, кто поддерживает третьего принца. Завершив все свои дела в городе Юшуй, Джа оставил Мойну не только пространственный мешочек, но и нескольким мистических орлов, а также на втором этаже подземного склада несколько сотен немертвых воинов на случай внезапного нападения. Сделав это, глава клана Буда мог больше не волноваться за безопасность людей Лауры, и так как Небесного уже отремонтировали, похоже пришло время отправить в новое плавание. Джа спешил заключить сделку с креветками еще и потому, что боялся, что они могут забыть об их уговоре. В день отплытия Чарли лично сопроводил Джа к его кораблю, что невероятно тронуло последнего и довольно сильно удивило слуг принца. Чарли являлся одним из наследников огромной империи, но при этом не только уделял много внимания какому-то торговцу, но и похоже на самом деле очень сильно уважал его, что безусловно не могло не удивить стороннего наблюдателя. Вот только Джа не знал, что на этот раз клан Карпичи уже отвернулся от него, Смит написал письма своим братьям и попросил их помочь удержать Джу от мести Джа, и снова начать сотрудничать с ними, а не заставлять раскрыть его секреты. Однако Смит не ожидал, что его братья не только не поддержат его в этом вопросе, но и даже осудят его. Но в конце концов они не видели Джа, а тот был очень занят своим семейным бизнесом. Поэтому для начала они захотели понаблюдать за действиями главы клана Буда. Вот только многие члены клана не хотели поступать подобным образом, особенно Чжу. В битве с Чжа он впервые за всю свою жизнь понес столь огромные потери. На этот раз глава клана Буда не только ограбил его, но и бросил в открытое море, и ему пришлось просить Смита спасти его. Это был беспрецедентный позор для Чжу, поэтому он очень хотел отомстить. Вернувшись в клан, он рассказал о встрече с Джаа. Конечно же, при этом добавил много несуществующих подробностей, чтобы подлить масла в огонь. Он сказал, что глава клана Буда больше не желает иметь ничего общего с кланом Карпичи, а также приписал ему несколько весьма омерзительных поступков. Таким образом, у людей в клане Карпичи сложилось весьма негативное впечатление от Джа. и хотя Смит написал в своих письмах о хороших сторонах главы клана Буда, их эффект оказался совершенно иным но они все равно для начала хотели просто посмотреть, действительно ли способен Чжа совершить все то, что ему приписывал Джу. Но как раз в это время к ним внезапно дошли известия о том, что Джа сейчас находится в город Юшу и его приняли весьма тепло, поскольку у него хорошие отношения с Чарли. Но самое главное, ради третьего принца он даже не побоялся вступить в противостояние со вторым наследником Империи Розы. Когда эта новость стала известна клану Карличи, Смит снова написал письмо, но на этот раз в нем шла речь не о доброте Джая, а предупреждение, что глава клана Буда весьма опасный и непредсказуемый человек. Поэтому, если они сделают его врагом, для клана могут наступить весьма трудные времена. Тем не менее, клан Карпичи так не думал. По их мнению, Джая оказался не только под лицом, но и предателем, так что ему следовало преподать хороший урок. Именно с этой целью они послали своих людей в город Юшуй. Вот только их ждало разочарование, так как Джа вел себя слишком неприметно и старался не покидать резиденцию главы города. Естественно, если бы это был какой-нибудь другой город, клан Карпичи немедленно приказал бы напасть на особняк, но сейчас они не могли поступить подобным образом, ведь Чарли тоже жил там. Тем не менее, они быстро узнали, что у Джа есть свой магазин в городе Юйшуй, что безусловно обрадовало клан Карпичи. Они хотели уничтожить его и тем самым преподать Джа хороший урок. Но разузнав детали, они выяснили, что этот магазин подарил ему принц Чарли. А это значит, что у них может возникнуть конфликт уже с ним, если они попытаются разрушить магазин. Впрочем, в этом случае их пугал не сам наследный принц, а его отец. Ведь, если все зайдет слишком далеко, он безусловно вмещается, а это действительно плохо для любого клана, даже самого могущественного. Итак, поскольку клан Карпичи не мог навредить магазину в городе Юшуй, они решили нанести удар по самому Джа, ведь, в конце концов, не будет же он всю жизнь сидеть в этом портовом городке. И вот настал момент, когда Джа наконец предстояло долгое плавание. Вот только к причалу его лично проводил принц Чарли. Естественно люди, посланные кланом Карпичи, не знали стоит ли им действовать дальше или же лучше отступить. Поэтому, написав письмо в клан, они стали ждать дальнейших приказов. Глава 409. На новый уровень. Естественно Джа ничего об этом не знал. Он считал, что Смит уже практически все уладил и даже не догадывался, что ему не удалось даже заручиться поддержкой братьев, а сделать что-то опираясь лишь на свою собственную силу он не мог. Однако на следующий день отплытия из города Юшуй, мистический орел принес Джа письмо от Смита, в котором тот рассказал о сложившейся ситуации в клане Карпичи. Вот только главу клана Буда весьма ошарашил тот факт, что глава города Тиньшуй не советовал ему быть терпеливым, а напротив он хотел, чтобы Джа не сдерживаясь продемонстрировал клану Карпичи всю свою силу. Безусловно это не означало, что Смит хотел отколоться от клана Карпичи или подставить Джаа. Просто он собирался продемонстрировать, что некоторые люди на континенте Арк абсолютно не боятся старой знати, поскольку обладают достаточной силой противостоять ей. Джа действительно не ожидал подобного от Смита. Поэтому передавая письмо Лауре, он озадаченно произнес «Никогда бы не подумал, что большой брат Смит настолько агрессивный человек». Лаура взяла письмо, посмотрела на него и холодно сказала «Ничего примечательного. Я вижу, что именно задумал брат Смит». Если бы в клане Марки было хотя бы несколько таких человек, как Смит, то сейчас все сложилось бы иначе. Но брат Джа, скажи, как мы все же поступим? Джа слегка улыбнулся и ответил, почему бы нам не согласиться? Каковы наши отношения с кланом Карпичи? Фактически, к нам хорошо относится только брат Смит. Поэтому сейчас нам действительно лучше показать клану Карпичи, что к словам большого брата стоит прислушиваться. К тому же уже через два дня созреют первые плоды алмазного дерева, и мы сможем значительно улучшить свои способности. А это отличная возможность, чтобы попробовать их в реальном бою. Лаура, выслушав Джа, так ничего и не сказала в ответ, поскольку была полностью с ним согласна. Все было именно так, как сказал глава клана Буда. Сейчас плоды алмазного дерева практически созрели, но это будет не первый, а уже второй урожай. Первый же Джа временно положил в пространственный амбар. Алмазное дерево – это растение 60 уровня. Поэтому за один урожай приносит всего 10 фруктов. Это наглядно показывает его драгоценность. Но ради безопасности самой Лауры и всех остальных Джа решил провести предварительную подготовку. С этой целью Джа специально потратил много золотых монет, чтобы получить некоторые низкосортные препараты при помощи универсальной перерабатывающей машины. И хотя эти вещи не могли повысить уровень Лауры, они могли немного улучшить физические характеристики ее тела, что в свою очередь значительно снизит риск получить повреждения из-за употребления фрукта алмазного дерева. Джа повернулся к Лауре и сказал, «Лаура, а собираешься ли ты использовать ездового магического зверя?» Дедушка Кун обучил меня верховой езде, так что мне тоже не помешало бы подобрать хорошего маунта. На девушка покачала головой и сказал, на данный момент я еще не нашла подходящего, но хочу попробовать использовать в качестве ездового маунта зверя, которого я видела в пространственном магазине. Однако для того, чтобы его купить, необходимо улучшить пространственный ранчо. Джа не стал возражать против этого. В пространственном магазине действительно имелись некоторые необычные звери из древнего Китая. И среди этих мифических зверей есть даже несколько драконов. Вот только все они настолько же сильны, как и эксперты девятого уровня. Поэтому подобный манут способен с легкостью обеспечить полную безопасность своего всадника. Стоит отметить, Джа только начал учиться ездить верхом и пока едва держался в седле. Поэтому в битвах верхом он окажется далеко позади всех остальных. Однако его прогресс в боевых искусствах весьма впечатлял. Уже сейчас он сумеет одолеть воина шестого уровня. На следующий день Джа, войдя в пространственную ферму, дождался пока созреет второй урожай алмазных фруктов. И вот наконец это произошло. Каэр тут же собрала алмазные фрукты и отправилась в другую часть пространственной фермы, чтобы продолжить высаживать пурпурный бамбуковый лес, а Джа достав три фрукта, чтобы отдать их Лауре, Ракхиду и Блакхиду. Стоит упомянуть, что Ракхит и Блокхит для своего возраста достигли весьма удивительных результатов. Но сейчас их развитие довольно сильно замедлилось и естественно, это просто не могло не раздражать братьев. Однако теперь, когда они нашли то, что поможет им двигаться дальше, разумеется, они просто не могли не обрадоваться. По словам Каир Лаура могла съесть только половинку алмазного фрукта, а Блокхит и Ракхит по целому плоду. Именно поэтому Джа отдал два фрукта братьям, а девушке только половинку, вторая же часть плода снова отправилась в пространственный амбар. Все трое весьма взволнованно смотрели на алмазные фрукты, а Мэг и остальные завидовали им, что неудивительно, ведь им не подходит подобный способ развития. Джа посмотрел на этих троих, улыбнулся и произнес «Съешьте уже, ведь не стоит забывать, что я помедитировал целые сутки, а нам, возможно, уже довольно скоро предстоит сражаться». После этих слов все трое, подавив волнение, съели свои алмазные фрукты. После чего Ракхит и Блакхит моментально почувствовали, как в их телах растет количество боевой ци. Вот только радоваться этому было некогда. Ведь если они не направят ее в нужное русло, их тела могут не выдержать подобной нагрузки. Поэтому братья тут же сели на землю и, скрестив ноги, принялись медитировать. Лаура чувствовала фактически то же самое, но у нее напор боевой был гораздо ниже, чем у братьев, ведь девушка съела только половинку алмазного фрукта. Естественно, глядя на этих троих, Джа нервничал, особенно из-за Лауры. Хотя все знали, что Каир разрешила съесть ей часть алмазного плода, глава клана Будда все равно переживал, ведь девушка была гораздо слабее парней. Разумеется, все это заняло более 8 часов, прежде чем они прекратили медитацию. Все это время Грин и Кун нервно наблюдали за тремя людьми. Первой пришла в себя Лаура. Она посмотрела на окружающих ее людей и улыбнувшись сказала, все хорошо, не волнуйтесь. Джа сразу же сказал, как ты себя чувствуешь. Все хорошо? Ты получила новые уровни? Глядя на лицо своего возлюбленного, Лаура не могла не почувствовать тепло в глубине сердца. Все хорошо, я чувствую себя очень хорошо. На данный момент я достигла шестого уровня. И как мне кажется, уже завтра я смогу съесть вторую половинку алмазного фрукта. Услышав это, Джао вздохнут с облегчением. Акун в это же время радостно сказал «Невероятно! Юная леди, наконец ваш уровень вырос!» Примерно в это же время Ракхит и Блакхит тоже пришли в себя. И очень обрадовались, ведь им без вреда себе удалось достичь восьмого уровня. Разумеется, Грин тут же захотел проверить, действительно ли им удалось выйти на новый уровень. Поэтому он попросил парней сразиться с ним вполне возможно, что братья еще не полностью адаптировались к своей собственной силе. Поэтому, когда Блокхит и Рокхит сражались против Грина, они все еще были немного неуверенными, но потом медленно приспособились и даже смогли заблокировать несколько ударов Грина. Стоит отметить, что старик находился на самой вершине 8 уровня и обычный воин 8 уровней не продержался бы против него ни секунды. Но все же парни смогли заблокировать часть его ударов. Это было очень хорошо. Через мгновение старик рассмеялся и, посмотрев на парней, произнес «Хорошо, похоже, вы действительно оба достигли восьмого уровня. Плюс, если вы встретите воина восьмого уровня, то его будет ждать только неудача. Ха-ха-ха, я наконец могу быть уверен, что вы оба хорошо слушали меня. С этого момента мы должны защищать молодого мастера. И если из его головы упадет хоть волос, я вас не прощу». Блэкхит и Рокхит стали сиротами еще в раннем детстве. И хотя клан Буда вырастил их, именно Грин был тем, кто действительно заботился о них. Поэтому их чувства к старику весьма сложно описать словами. Но одно можно сказать наверняка, они его очень уважали. А вот Джа улыбнулся и сказал, дедушка Грин, забудь об этом, позволь им и дальше помогать вам. Я же пока не нуждаюсь в их защите. Вот только Грин засмеялся и сказал, это также верно, но этим двоим просто нечего делать в замке на Железной горе учителями в школе работает нежить и она уж точно не нуждается в помощи, поэтому позвольте им пойти с вами, чтобы набраться различного опыта. Джа посмотрел на Блакхеда и Ракхеда, а затем кивнул головой и сказал, хорошо, пусть следуют за мной и набираются опыта, ведь в будущем им придется действовать самостоятельно и независимо друг от друга. Грин и несколько человек засмеялись, однако сам Джа вдруг вспомнил, что он за целый день так и не проверил, как там дела на небесном. Поэтому он тут же перенесся на корабль, но все было в порядке, и он вернулся обратно в пространственную ферму. Когда Джа снова оказался возле пространственной виллы, Лаура как раз сражалась в тренировочном поединке с куном. Похожий старик тоже решил проверить, насколько сильной стала девушка. Джа, увидев это, ничего не сказал, но он сразу приступил к собственным тренировкам. Ранее у главы клана Буда не было возможности заниматься боевыми искусствами. И сейчас он очень сильно отставал от Лауры, поэтому выкладывался по полной программе, чтобы нивелировать эту разницу. Глава 410. Мысли дьявола. Пока Джа спокойно тренировался в пространственной ферме, небесный совершенно спокойно плыл по морю. Хотя сейчас он был только один, обычные пираты не стали бы на него нападать, поскольку бронированные тяжелые корабли обладали весьма внушительно мощью. Но вот в отличие от спокойного Джа, Смит к этому моменту практически посидел. Он действительно ничего не мог поделать с сложившейся ситуацией. И хотя он рассказал Джа об реакции клана Карпичи, но теперь никак не мог предвидеть, как именно тот отреагирует. Будет ли он по-прежнему сотрудничать с ними или полностью оборвет все контакты. Однако сейчас он действительно ничего не мог сделать, ведь его никто не станет слушать он на самом деле сомневался, имели ли старые члены клана Карпичи камни в голове и почему они настолько упрямые. Смит знал, что клан отправил против Джа 10 экспертов 8 уровня, а также 20 боевых торговых кораблей. С подобным стоило считаться, но Смит также знал, что этого недостаточно, чтобы справиться с Джа. Ведь тот, несмотря на всю свою неприметность и нежелание выделяться, являлся действительно опасным человеком но теперь говорить что-либо уже бесполезно. Люди в клане не будут его слушать. Однако Смит беспокоится, что если клан снова пострадает от рук Джа, то даже это не заставит их одуматься. И они продолжат наседать. Смит все еще поддерживал контакт с Джа и безусловно мог убедить его не сердиться на выходке младшего брата. Но что произойдет если клан продолжит преследовать его? Все это только прибавляло ему головной боли. Вздохнув, Смит сел на диван и посмотрел на небо через окно своего кабинета. Он действительно не знал, как ему поступить, однако в этот момент нежный голос произнес ⁇ Папа, что с тобой случилось? Почему ты так расстроен? ⁇ Смит опустил голову и посмотрел на Миган, и несмотря на весьма дурное настроение, глядя на свою самую ласковую, умную и хорошо воспитанную дочь, он улыбнулся и сказал ⁇ Миган, как ты сегодня? Ты хочешь выйти прогуляться? ⁇ тогда не стоит беспокоиться обо мне, просто иди и хорошо отдохни с друзьями. Но девушка покачала головой, я не хочу с ними встречаться, это слишком скучно. С Лаурой и Мэг было намного веселее. Во время наших прогулок они научили меня многим вещам, а у моих друзей, похоже, нет цели. Каждый день их ничего не интересует, кроме еды и питья, и это действительно слишком скучно. Смит, услышав это, оказался слегка ошарашен. Он не ожидал, что его дочь скажет подобное. Миган была едва ли не единственной девочкой в клане Карпичи, поэтому все относились к ней как к принцессе. И чтобы другие люди не испортили ее, Смит приложил много усилий, чтобы защитить свою дочь. Можно сказать, в мире девушки было только солнце и никакой тьмы. Именно по этой причине, когда на нее напали в прошлый раз, Миган настолько растерялась, а весь клан Карпичи запылал от ярости. Естественно, Смит позаботился и о будущем дочери, дав ей право наследовать, так что даже если Миган выйдет замуж, ее преданной будет очень богатым, и ей не придется беспокоиться о деньгах. Можно сказать, что она всю жизнь могла бы только есть, пить и веселиться. Вот только сейчас Миган вдруг заявила, что все это невероятно скучно и неинтересно. Естественно, от подобного Смит даже потерял дар речи. Он просто не знал, что ему делать. Смит с недоумением посмотрел на девушку и спросил, Миган, почему у тебя внезапно появилась эта идея? Тебе кто-то что-то сказал. Ты же дитя нашего клана, а клан Карпичи достаточно силен, поэтому тебе не стоит беспокоиться о чем-либо. На что Миган, покачав головой, ответила, я не говорю, что хочу заниматься чем-то действительно важным или опасным, но мне хочется хоть что-то делать для своей семьи, а не как мои друзья. Они каждый день проживают зря, и так, наверное, будет до самой смерти. Отец, вы же видели сестру Лауру и сестру Мэг. Они ведь не просто следуют за Джа, у них есть свои дела и обязанности. Смит посмотрел на свою дочь, он действительно не ожидал, что Миган скажет это. И ее слова на самом деле заставили его почувствовать себя очень удивленным. Когда Смит посмотрел на Миган, он просто не мог не вздохнуть. Похоже, его маленькая любящая дочь наконец выросла. Смит посмотрел на девушку и сказал, «Миган, почему ты так думаешь? Ты должна знать, что Лаура занимается этим потому, что больше некому, и весьма устает от выполняемой ею работы». Миган хмыкнула, «Я знаю, что это очень утомительно, но глядя на то, как она совсем справляется, я чувствовала себя очень бесполезной». Смит покачал головой он не знал, что сказать, его малышка, что казалось бы еще только недавно появилась на свет в мгновение ока вошла в возраст вступления в брак. Но есть ли во всех шести империях молодой человек, что достоин ее? Любящий отец никогда не причинит вред своей дочери и всегда будет желать только лучшего для нее. Смит же всегда чувствовал, что его дочь самая лучшая, и никто не заслуживает ее. Такие большие кланы как Карпичи не особо нуждались в браке. Плюс в их клане мальчиков всегда было гораздо больше, чем девочек. Поэтому Миган было исково кого выбирать. Но Смит даже среди них не видел достойного кавалера для своей дочери. Впрочем, сегодня когда он думал обо всем этом в его голове внезапно всплыл образ Джа. Естественно Смит тут же помотал головой из стороны в сторону, чтобы избавиться от него. Вот только эта мысль словно демон снова и снова возвращалась к нему. Смит просто не мог не думать о Джа он должен был признать, что тот очень хороший молодой человек. У него есть чувство такта, умение зарабатывать деньги и собственная весьма значимая сила. И хотя у него уже было две невесты, но в шести империях вполне уместно имеет несколько жен. Плюс Лаура и Мэг довольно неплохо ладили, что каждый раз весьма удивляло Смита. Миган же увидев, что ее отец внезапно и надолго замолчал, заволновалась и спросила. «Папа, папа, что случилось? О чем ты думаешь?» Смит, должно быть, пришел в себя и, увидев Миган с улыбкой, ответил «Да так, ни о чем. Хорошо, я попрошу дядю Фила подобрать для тебя небольшую работу. Но сначала ты должна поговорить об этом с матерью, иначе она во всем обвинит меня». Миган взволнованно кивнула, а затем повернулась и ушла. Смит же вслед уходящей дочери вздохнул и пробормотал «Может быть, действительно позволить ей выйти замуж за Джа? В конце концов, это не такая уж плохая идея». А вот глава клана Буда даже не подозревала о душевных терзаниях Смита. Честно говоря, он был едва знаком Смиган, а уж жениться на ней. Ведь он был очень доволен своей теперешней жизнью. Честно говоря, ему вполне было достаточно таких прекрасных девушек, как Мэк и Лаура. Джа весьма простой человек, подобных ему можно встретить везде. Когда он был на земле, ему приходилось весьма туго, даже несмотря на небольшое количество гонораров однако он был доволен, его еда была теплой, комната сухой и он занимался любимым делом, чего еще можно было бы желать. После его перерождения на континенте Арк изменилось очень много вещей, и сейчас он тоже очень доволен пространственной фермой, своими прекрасными невестами, преданными людьми и огромным количеством нежити. Но несмотря на это у него все еще оставалась определенная неудовлетворенность. Он знал, что многие вещи можно сделать еще лучше, чем сейчас. Ведь согласно великому китайскому хирургу, профессору Гуфазу, мы должны узнать то, что мы сейчас не знаем, и должны научиться делать то, что нам сейчас недоступно. Именно эта знаменитая цитата всегда была девизом Джа. Он очень доволен своей жизнью, но когда он что-то делает, то всегда хочет добиться совершенства. Он всегда пытается найти свои недостатки и устранить их. Также, как и сейчас, он очень доволен своей нынешней жизнью, но также знает, что теперь больше не писатель атаку, а правитель, бизнесмен, воин и маг он провел великолепную работу по улучшению черной пустоши. И сейчас она стала намного лучше, но это не значит, что ее нельзя сделать еще лучше. Для исполнения поставленных целей он может преодолеть любые трудности, поэтому не боится каких-либо проблем. Когда возникают трудности, он всегда будет пытаться решить их потому что он знает, что трудности подобны врагу. Если вы повернетесь и убежите, когда будете стоять лицом к лицу перед врагом, тогда вы оставите спину незащищенной и больше не сможете контролировать свою жизнь и смерть. Вместо этого, если вы столкнетесь с врагом, то вы, вероятно, одолеете его. Именно поэтому Джа решился противостоять Южному Королю, а также Церкви Света. Хоть и после подобного ему все же пришлось бежать от них в прерии зверолюдей. Сейчас же Джа занимается боевыми искусствами в пространственной ферме, он хотел улучшить свои силы. Но и сам процесс ему очень нравился, ведь, какой китаец не мечтает стать мастером боевых искусств? На самом деле Джа тоже ждал, он ждал прибытия клана Карпичи. Смит сказал, чтобы он продемонстрировал клану Карпичи всю свою мощь. Впрочем, даже без подобной подсказки он собирался поступить похожим образом но письмо Смита указывало, что тот не отказался от их сотрудничества. Джа действительно был готов выступить против клана Карпичи, но, честно говоря, он не хотел портить отношения со Смитом. Поэтому для того, чтобы поддержать хорошие отношения с главой города Тиншуй, он отправил ему письмо, в котором не было ничего кроме общих фраз, но глава клана Буда надеялся, что Смит поймет, что он имеет в виду. Джа абсолютно не переживал из-за предстоящей схватки. Ведь клан Карпичи не отправил за ним эксперта 9 уровня. Ведь если бы подобное действительно произошло, Смит бы предупредил его и уж точно не просил бы продемонстрировать всю свою мощь в предстоящей схватке. В данный момент главу клана Буда гораздо больше волновала сделка с народами Мари, ведь он никогда прежде не вел с ними дел. Впрочем, как и любой торговец в шести империях, и сейчас Джао просто не знал, как они отреагируют на те или иные вещи или его слова. Естественно, главу клана Буда также весьма удивлял тот факт, что мирно живущие народы суши и моря никак не сотрудничали меду собой, а ведь они прожили бок о бок не одно тысячелетие. Впрочем, Джа также хорошо понимал, каким образом народы Марии получали различные товары с суши. Все дело в том, что так далеко в открытое море заплывали только пираты, у которых естественно не было достаточно сильных экспертов, чтобы пережить своеобразное приветствие. Поэтому если бы не его сила, Джа тоже сейчас плавал бы на дне моря, а не заключал бы сделки с креветками. Плюс обычные торговцы всех шести империй считали разумных обитателей морей слишком загадочными и таинственными, и они сами не стремились идти на контакт с ними. Обитатели суши ничего не знали об народах моря и поэтому смотрели на них свысока. А вот Джа изначально считал обитателей суши и моря равными и относился к ним соответственно. Однако если бы с креветками столкнулся бы достаточно сильный торговец, то попросту перебил бы и всех, а также возможно заработал бы деньги на продаже их тел. Естественно о заключении торговых сделок не могло быть речи. Вот только сейчас Джа волновался как именно отреагируют на него креветки. Действительно ли они хотят заключить с ним сделку или просто заманивают на свою территорию, чтобы ограбить. Но даже несмотря на это глава клана Буда собирался рискнуть. Ведь даже в самом худшем случае он лишится лишь товаров и лодки. Однако, если все удастся, клан Буда получит источник невероятно редких и ценных товаров. На пятый день после отплытия из города Юшу и Корабль Джа вышел из Вод Империи Розы. Однако это было равносильно новым неприятностям. Глава клана Буда понимал, что клан Карпичи не упустит подобный шанс и его подозрения полностью оправдались, уже на второй день плавания в открытом море, его догнали люди клана Карпичи на 20 боевых кораблях, 15 трехмачтовых деревянных суднах и 5 бронированных пятимачтовых гигантах, только клан подобный Карпичи смог бы отправить за ним столь огромный флот.